Привет! Сегодня я решил вас удивить и начать на 2 минутки раньше. Как меня слышно, как видно, напишите, пожалуйста, в чатике, все ли хорошо. Давайте я попробую написать сейчас в чате в ТикТоке, чтобы проверить тоже, работает ли он. Супер, вижу, на Твиче уже пошла трансляция. Отлично. На YouTube тоже вроде бы запустилось. Минута, пишет Тимофей Храмцов. 2 минуты, пишет Ян Кул. Окей, привет, 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 вижу. Привет, давайте попробуем написать в ТикТоке. Да ну что ты будешь делать? Не хочет. Не хочет, ребят, не... Ух ты, вот это скорость. Прилетел привет, уже давно донатик не играли. Какой-то. Можно в пати. Тимахра, привет, конечно. Давай сейчас запишу тебя еще. У нас Тимахра выкупил место в пати без очереди. И у нас еще есть ряд людей, которые сегодня выкупили с помощью либо подарков моим детям. Вы видите на экране сейчас. Джон Снейк Супермакс. Вот Кофи прислал Супермаксу эмоцию, поэтому он тоже сегодня будет играть без очереди. Бан Паша Нитро прислал мне подарочек. Есть еще Сефтер, который задонатил на прошлой трансляции, попросил, чтобы на этой трансляции поиграл. Рубен, это мой спонсор, который первый и пока единственный спонсор на YouTube. У него каждую трансляцию есть место в пати без очереди. Тимофей про 28 так и не поиграл, который задонатил. Я его в списке так и держу. И есть еще у нас очень давний Дарок никнейм, который прислал одному из моих детей донат. Ой, это не донат, а подарок. Поэтому я вот этих людей всех жду, кто сейчас есть. Залетайте. Давайте, вот Тимахра раз. Есть еще Кофе, Банпаша Нитро, Сефтер, Рубен, Тимофей про 28 или Дарок. Если нет, беру тогда два рандомно еще человека и начинаем разминочку. Давайте минутку ставлю, как обычно, чтобы не было у меня, типа я там выбрал кого-то, кого-то не выбрал. Вот минутка идет, таймер такой, не хочет показывать. Вот идет, видите, 52 секундочки осталось. Вот, сейчас закончится таймер, зажужжит, я возьму еще двоих в пати. Да, вот Снейк просится, это мой сын, у него одно место на трансляции есть без очереди. Мансур, привет, Gravity Play, здорово, Тимофей, Ян Кул, Айдос, Солдикс, ЛД Азин, всем привет, ребяточки, очень рад вас видеть. Бог, Бодя, Платок, рад вас видеть, ребят, всех. Круто, что вы пришли. Друзья, очень рад вам. Если не сложно, расшарьте трансляцию. Если вам не сложно нажать на кнопочку «Поделиться с друзьями», буду рад. Для ТикТока отдельные есть условия. Кто пришлет пончик сегодня в подарочек, тот поиграет тоже без очереди. Так, что у нас? Java, здоров. Привет, рад видеть. Террорейз, Пинкмен. О, все, жужжит. Присоединяемся. Фрог... И ты, Снейк, тогда следующая пати. Афгази, Ян. Потому что уже я обещал набрать, когда прозвенит таймер, значит, ты пойдешь в следующее. Где? Ты вон грузишься где-то. Ну все, ладно, все, давайте не будем спорить. Короче, сын поиграет в следующей каточке, потому что сейчас не хочу затягивать начало. Хочу сразу разминочку устроить. Надеюсь, она пройдет хорошо. Вот, ребят, всем желаю хорошего настроения, хорошего сегодня дня. Надеюсь, так оно и будет. Так, для ТикТока, сорян, ребят, вот есть сердечко у меня, цель трансляции. Кто присылает 20 сердечек, тот попадает в пати без очереди, сразу автоматом. Фрог Роблокс, нажми готово, пожалуйста. Круто, спасибо. И, друзья, на экране вы видите справа вот здесь вот описание того... Какой у меня никнейм, как попасть в пати, какие условия. Для того, чтобы вам было проще, просто смотрим, читаем и все понятно. Вот. Сейчас вот Янчик и Фрог... Что-то пошло не так. Янчик и Фрог попали рандомно в пати. Первый, после того, как прозвенел таймер.
Окей, Gravity Play. На экране написано условие. Нет исключений ни для кого, кроме тех, кто выкупает места в пати. Потому что они являются моим спонсором или дарителем для моих детей подарков. Что там у нас? Fortnite. Ты будешь сегодня работать? Мы очень долго грузимся. А вот это вот моя карта, между прочим. Друзья, кто еще не знает, кто еще не был, заходите обязательно поиграйте. Очень крутая карта получилась. Можно поучиться строиться, поучиться редактировать, пофармиться. Очень интересненько там. Особенно, когда собирается много людей. Друзья, кто может зайти сейчас на Twitch, пополнить ряды зрителей, я буду очень рад. Twitch пока что очень-очень слабенько продвигается, потому что я его позже начал намного, чем все остальные ресурсы. Так, Ян, ты там клацаешь на клавиатуру, у тебя микрофон включен, очень чувствительный. Не знаю, у меня тут... Да, походу у тебя. Да, у тебя. Ну, это... тогда сделаю там. Как-то... Так, кстати, давайте, ребят, так, я обещал, что с этого стрима я буду мьютить всех, потому что у меня постоянные проблемы с авторскими звуками. У вас то телефон зазвонит, то вы какую-то эмоцию заюзаете. То... А, ну эмоции я уже отключил все равно. Так, где тут замьютить? Вот, поэтому давайте будем играть так, как-то без звука. Чтобы я не злился, не сердился. И так, в принципе, у нас еще и... Ладно. Летим, короче, вот туда, на желто-фиолетово-синюю меточку, да, ребят? Вообще, ребят, я вот так рад, что карта в общем доступе. Осталось только калибровку пройти. Если вы сможете зайти поиграть там как можно дольше, на той карте, вот, которую я показывал, я могу код, в принципе, вам скинуть. Или есть видосик на канале о том, что появилась карта. Я буду признателен. Так, вижу, что у нас поделился трансляцией Тим. Спасибо огромное тебе. Ребят, кто еще может, буду рад, если поделитесь. Да, оружие тут так себе, со старта. Моё. Да давай. Янчик, тебе, по-моему, надо подхилиться. Есть такое ощущение. То ли внизу кто-то бегает. Ладно. Пойдем дальше. Патрончики. Класс. Парящий сундук. Ребят, автомат с прицелом, если увидите, ставьте меточку, мне нужен. Тарам-пам-пам. Тарам-пам-пам. А вот я нашел уже. Спор не знаю, как он называется, кстати. Ну, как, не знаю. Смотрел 10 раз, но не запомнил. О, клычок. Пойдет. Все, я налутился. Можем еще в хранилище, если, конечно, вы очень хотите. А вы, конечно же, хотите.
Ух ты! Мелкий бассейн. Как они здесь плавали, интересно. Так, чуть-чуть ребяточек подстригли. Теперь можно и ехать дальше, да, ребят? С кем вы там... А, вы, наверное, пошли в хранилище с боссом воюете, да? Ну, пойдем. Уж возьмем. Ой-ой. Зараза, щит сняла. Чё там, братва, вы с кем-то воюете еще? Есть подозрение, что эта война идет где-то внизу, да? Что, пойдем в хранилище или нет, ребят? Внизу, да, внизу все. Походу у нас там уже один есть. Музыка эпичная играет. Помощь идет, Янчик, идет. Вампир. Ты посмотри какой, а. Сейчас, Ян, сейчас. Толстожопый. Кто хочет вот вампирический клинок? Берите, ребят. Он классный. Только этот спрей оставьте мне полный. Вот, супер. Да блин. Не попал три раза. Мышку надо, конечно, менять. Это жесть, она не двигается просто. А? Можешь, пожалуйста, можешь, пожалуйста, позаписывать? И отметь у меня, пожалуйста, сейчас тьмаха. Уже взял. Хватит. Ассистент мой. А вообще, Тём, попроси Дениса этим заняться сегодня. Что-то я не въезжаю. Что это за странное хранилище? А, это не хранилище, блин. Это теперь сейчас здесь вот этот босс, который дает лут. Короче, там тоже заходил сюда. Погнали. Все, ребят, пойдем искать противников, а то у нас только 7 киллов. Ёшкин кот. Грязный стой. Сюда давай, короче.
Дядь, возьми стульчик, садись рядом со мной. Сегодня будет ассистировать мой старшенький из тех, кто остались при мне. Ребенок. Что? Кто не в курсе, вдруг кого я запутал? Сейчас у меня их четверо. Вот старшенький Денис. Иди сюда. Занырни в кадр. Его ник Джон написан тоже на экране. Вот в списке тех, кому можно отправлять подарочки, чтобы попасть в пати без очереди. Будет мне ассистировать. Будет записывать всех, кто со мной играет. Чтобы не было повторений. Чтобы не было такого, что по два раза подряд кто-то играет, а кто-то не успевает. Вот. Плюс... будет мне помогать с чатиком в ТикТоке, потому что до сих пор я не могу туда писать. До сих пор это не выздоровело у меня. Опа. Прекрасно. Откуда? Ребят, кто видит, откуда стреляют? Я слепой, реально не вижу их. А, вон, вижу. Опа, спасибо, класс, кинул меня прямо в пекло. Так, у меня пиццу всю съедите, да? Ой, нет, не туда, вот сюда. Надо вот так, все. Теперь, ребят, надо возвращаться чуть-чуть. С метлой, конечно, это сделать намного проще. Давайте подожду вас, чтобы вы не оставались сильно. Друзья, чуть-чуть на северо-восток у нас выстрелы. Вон вижу типов. Белый. Есть. Минус. 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 Внизу вижу типа вот здесь. Вообще кайфовенько сейчас, ребят. Вообще команда огонь. Есть, да? Минус. Супер. Все, всех помяли. Красавцы, ребят, что я могу сказать? Хорошая разминка, мне кажется, в этот раз получилась. Карту вставит кто-нибудь? Есть такая возможность, ребят? Ух ты, какой автомат. Обожаю его. Спасибо. Слышу, у меня тут играет будильничек, а я сижу увлечен игрой. Так, Дёсь, ты меня читай, пожалуйста, говори, что там происходит, потому что я не вижу. Квизби, привет, Пинкман, Террорейзер, здорово всем. Блэкрок, Виктор Сенджик, Бон-Бон, Елисей. Спасибо, Елисей, очень приятно это слышать. Пишет лучше. Для кого-то лучший, для кого-то худший. Вот, но я рад, что больше тех, кто склоняется к первому. Викос пишет, теперь с нами.
Это не он пишет. Он просто заходит на трансляцию и выходит из нее. Вот, когда пишет, вот никнейм и аватарка есть. Бекош GoFort заметь, спрашиваю, пишет. Я тебя заметил, я просто не понял, что значит GoFort. Мы вроде как в форте, но, ребят, правила участия в игре, кстати, если не ошибаюсь, то в ТикТоке эти правила не отображаются. Они отображаются только на Ютубе и на Твиче. Так вот, короче, ребят, для ТикТока, повторяю, надо будет, кстати, придумать, как это сделать. Повторяю, чтобы попасть в пати, нужно либо подождать, когда закатка закончится, просто кинуть... Ух ты. Вот это красиво кто-то сейчас динь-динь сделал. Динь-динь. Подписка или что это? Я так не понял. Окей, ребят, для ТикТока сейчас скажу, чтобы вы понимали. Чтобы все не втыкали. Так, Deserving Fallout, это Тимофей про 28. Спасибо, Тимох, за донатик тебе большое, за поддержку. Вот, и в списке, ты же помнишь, да? Ты в первую каточку не попал, что я звал тебя, ты не отозвался. Скажи, когда будешь играть. У тебя без очереди катка, ты выкупил место себе уже. Так, друзья, все-таки договорю, мысль закончу. Для ТикТока повторяю, потому что не видите вы эту информацию, все остальные видят. В общем, в пати попадают рандомно. Каждую каточку я беру новых трех человек. То есть заканчивается катка, я просто беру трех первых, кто прислал запрос. Ну или по обстоятельствам, там в любом случае так, чтобы это было рандомно. Если кто-то донатит или присылает какие-то подарки моим детям, или присылает скин в подарок мне, то они играют без очереди. Те, кто присылают скин, играют два раза без очереди. Поэтому... Немножко рандом такая штука непредсказуемая. Бывает такое, что полностью пати все выкупается донатами, например. Поэтому, ребят, без обид. Но я стараюсь сделать так, чтобы вы все попали в игру, чтобы все смогли поиграть. Вот такие вот пирожки. Кстати, цель у нас по подписчикам в ТикТоке 2000. Сейчас уже 1921 подписчик. Надеюсь, мы эту цель достигнем очень быстро. Рубен, здорово, братан. Рубенчик мне прислал 2 евро. Это супер функции в YouTube. Рубен мой единственный на сегодняшний день пока что подписчик в YouTube. Платные подписки, спонсор. Первый пока единственный, поэтому у Рубена каждую каточку, точнее каждый стрим есть катка вне очереди. Наверное, через неделю. Кстати, у меня закончились деньги. Тимоха прислал еще один донатик и пишет, что, наверное, через неделю сможет поиграть. Видимо, он еще у бабушки с дедушкой в гостях. Вот, поэтому что он уже говорил, что поедет. Ой-ой-ой. Петер, спасибо большое тебе. А вот в ТикТоке есть у нас такой интересный человечек. Ой, в этом, на Твиче у нас есть единственный комментарий за сегодня, ребят. Если вам не сложно, исправьте это, пожалуйста. Пишет Sleepman888. Он мне написал, что я лох. Вот такие вот пирожки, ребят. Есть и такое мнение у людей, поэтому... Я лох, но при этом у меня есть канал, у меня есть подписчики, у меня есть зрители, и у меня есть карта своя в Fortnite, код автора, партнерство с Epic Games. Ну, я при этом лох. Не знаю, что тебе нужно, друг мой, для чего ты это сейчас говоришь и делаешь, но мне по барабану. Больше я решил больше не вестись на негатив, на этот весь, который мне прилетает с... трансляций периодически. Ну давай. Ребят, хранилище можно заюзать еще. Никто не открывал его. Давайте босса сейчас найдем. О, вижу карту босса. Кто может взять?
еще шаги вижу. Кто-то тут царапается. На крыше, походу. Да? Нет? А, блин, вот он прям рядом со мной. Я прошел мимо него, как своего принял. Блин. Я предлагаю не идти в хранилище, ребята, иначе мы сейчас с вами тут подохнем. Так, Java, Java, здорово, спасибо тебе за донатик большое. Java прислал донат, забронировал место в пати. Сейчас вот следующая каточка, он сразу автоматом попадает. Напиши, пожалуйста, Java еще. Вот здесь вот лучше, плюсиком. Тимахр уже в пати, поэтому можешь зачеркивать никнейм, чтобы было видно. Чтобы списка потихонечку... Так. Forgot, а что случилось? Ты где? А, не добежал, да, судя по всему? Ребят, успеете? Его подхилить надо сначала будет, если есть паки у кого-то. Нет, не успели. Ну, берем карту, пойдем, может... Блин, ну мы уже не воскресим тебя, дружище. Походу. Да, нет больше нигде здесь. Опа, откуда летает? Кто-то снайпает. Ребят, откуда? Вот отсюда где-то, да? Вижу, вижу, вот он. Ну давай. Принтскрины не делаются нормально почему-то в последнее время у меня. Так, друзья, смотрим. У меня тут, оказывается, я упустил еще в ТикТоке. Спасибо, ребят, большое. Давиду спасибо. Точка, вот никнейм. Пинкман, спасибо огромное вам за подарочки. Пинкман прислал мне котика. О, от кого? Дай. Все, друзья, вам огромное спасибо за игру. Шикарная получилась игра. Давайте, на этом я с вами прощаюсь. Беру сейчас... Сейчас дайте мне, пожалуйста, минутку. Тут... Это ты записал, кто были, да? Да. Вот так вот, пожалуйста. Окей. Блин, надо было вот здесь писать. ЛС Капитан. Капитан, да. Че прислал? Музычку. Музычку? Так, смотрите, какая история у нас получается. Сейчас я беру, вот, Cent Builder, это Java, который прислал мне донат. Потом Тимофей пока не может, он сказал. ЛС Капитан Леви, да? Да. Вот, это... Только что прилетел Снейку подарочек, музычку прислал. А, и у нас был еще... Снейк хочет еще поиграть, у него есть одно место в пати без очереди, поэтому это пати, считайте, выкуплено все. Ализор, спасибо, что... Да, сделал баланс на Твиче. Тут лох, и ты лучший. Я вот так напишу. Всем, блин, всем спасибо. Очень много запасов за эту армию. Вот Снейк, пап. Есть, есть, все, принимаю Снейка, нажимаем. Готово, Джава, ты как? На тебя я могу рассчитывать, зная, что у тебя ничего не зазвонит, поэтому ты не замьючен. Мансур, у тебя там не будет никакой посторонней музыки, скажи. Могу я рассчитывать на то, что ты останешься с микрофоном и не испортишь трансляцию? Рубен, спасибо за донаты. Рубен уже за сегодня прислал 5 евро донатов с помощью суперфункций. Огромное тебе спасибо, дружище. Просто гигантское. Рубен, ты будешь играть? Ты играешь сегодня? А, вот, Рубен будет играть. Так, Снейк, прости. Есть донаты. Снейк. Нет. Ну, братан, ну подожди чуть-чуть. Ты со мной дома. Ты можешь подождать хоть до конца трансляции, друг. Рубенчик, давай, кидай пати.
А чё, ЛС капитан... А, у него, наверное, выкинуло. А, или он хотел со Снейком вместе. Короче, давай, Рубен, кидай пати, потому что я не увидел сразу, что ты здесь. Я их уже просто всех записал. А, сейчас пойду за зарядкой и сыграю. А, окей, все, Рубен, тогда возвращаю Снейка. Ты напиши в чате, когда ты сможешь сыграть, хорошо? Да, я понял, сейчас я Мансура сейчас посмотрю. Мансурчик прислал подарок Снейку, поэтому он... Вот он. Мансур. И Снейк. О, принимайте, все. Потрясающе. Все прекрасные мои. Спасибо вам огромное, что вы со мной. Давайте познакомимся с теми, кто еще не знает меня. Меня зовут Дима. Ник мой бразер 2С. И у меня каналы на YouTube и в ТикТоке. У меня тут, если что, слышно. Ну, там микрофон включен. Вон, ты прям в микрофон ему сейчас говорила. Вот. Короче, еще и перебили. Эмерек, привет. Суна, здорово. Так, можно поиграть с тобой, пожалуйста. Что за день-день у меня постоянно происходит? Я не понимаю. Откуда? Что это? Петр, привет. Петр прислал мне уже... 7 розочек. Ничего себе. Петр, еще 13, и ты попадаешь в пати без очереди. Ну да, я решил так сделать, чтобы... Либо пончик. Пончик дороже стоит. Я тебе дофига подарков скину. Петр, спасибо большое. Спасибо. Но подарки нужны. Ты пока номер 2, видишь, по подаркам. Так, ЛС. О, Мансурчик вернулся. Все, готово? Погнали. Господи, надо мне в чатике настроить. Это, походу... Сейчас. Где-то эти уведомления. Вот, наверное. Есть. Все, да, больше не будет блинкать. Это, по-моему, подписчики, когда оформляют подписочку, приходит такое уведомление. Итак, я уже забыл, что я вам рассказывал. Мне жена хурму принесла. Похрумкую пока еще. Удивительно, она здесь жесткая, просто как камень. Но сладкая, зараза. А, вспомнил. Надо принимать же вас, друзья. Так, пока только один запрос, ребят. Кто хочет поиграть, надо, чтобы вы были в друзьях. Снэк, замьюйте, пожалуйста. Может, ты мне заметишь, я с друзьями буду с ними всеми разговаривать? Тут будет лучше. Да, супер, все. Следующую каточку поменяю скин. Я чуть-чуть, вы уже, наверное, заметили, когда я в лобби был, я чуть-чуть подзатарился V-баксами для розыгрышей, потому что в прошлый раз я вообще сказал на стриме, что больше розыгрышей делать не буду. А потом я понял, ребят, что из-за одного, двух, трех, пяти даже там недоброжелателей вы не должны страдать. Поэтому я буду проводить розыгрыши. Я прям пополнил от души себе V-баксами аккаунт для того, чтобы надолго хватило. Потому что ни для кого не секрет, буквально через несколько дней V-баксы должны подорожать. Поэтому я заблаговременно затарился. Сейчас. Да, Суна? Да, принял. Да, в друзья принял. В ТикТоке, к сожалению, не могу сейчас писать в чате. У меня почему-то до сих пор эта функция заблокирована. Что-то поломалось в этой лайв-студии, или как она там называется. Отдельное приложение. Когда через него делаешь трансляцию. Так, блин, мышка. А-а-а! Ребят, донат собираю на новую мышку, потому что этой вообще невозможно играть. Реально. Ух ты! Джекпот. А, материал нет. Так, братцы кролики, а вы где-то здесь рядышком, я надеюсь, да, все? А то я что-то немножко
смотри, какая прелесть у нее была. Где? 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 Откуда? Серьезно? Где? Вот это был противник? Да. А я... Сегодня что-то не вижу никого вообще, ребят. Я такой вокруг него прыгаю, бегаю, смотрю, шаги есть, визуализация. Где противник, не вижу. Я думал, это кто-то из наших. Ну ничего. Постараюсь не подвести вас, ребята. Салам алейкум. Алейкум салам. Я слышал, да. Ребят, для ТикТока, просто в ТикТоке нет этой информации, которая есть в Твиче и Ютубе, поэтому для ТикТока сейчас озвучу отдельно еще раз. Правило попадания в пати. Это рандом. Каждую каточку я беру новых людей. И если есть дарители подарков моим детям, или есть те, кто прислал донат мне, то они попадают в пати без очереди. Те, кто... поиграть за стрим можно только один раз. Те, кто присылают скин в подарок или донат, там равнозначно скину, от 200 рублей, по-моему, там написано, те могут поиграть на стриме два раза подряд. Сделано это для того, чтобы большее количество из вас могло... большинство из вас могли поиграть. Потому что вас много, мест не так много, игра долгая. Вот, такие, короче говоря, дела. Для ТикТока отдельные условия еще есть дополнительные. Это на сегодняшний день... что-то, какой-то подарочек там, либо розочки, там, сердечки, неважно вообще. 20, в количестве 20 штук или там равнозначные от 20 монеточек стоимостью подарочек. Попадаешь в пати без очереди. Кстати, ты добавил того, кто прислал, я тебе говорил, записал? Сейчас прислал. Стоп, там Давид вроде как отправлял еще 13 звездочек. Ой, я сейчас посмотрю. Кто-то... 9-4. Вот, котика отправил за 20. Это у нас Пинкман. Пинкман попадает тоже в пати. Записан, нет? Пиши вот здесь. Бан выпиши, вычеркни. Пиши, сделай так, очерти. В хранилище хотят, ребят, пойдемте вместе сходим быстренько, сейчас залутаем его и пойдем искать противников. Да, сейчас. Пинкман был. Ты вообще можешь ТикТок открыть на телефоне и смотреть? Так я на Твиче смотрю. А, у тебя на Твиче, да? Окей. Севтер, привет. Спасибо, что зашел на Твич. У меня замечательные дела. Все круто. Даже напишу сейчас. Окей. Очень сложно, когда три чата есть, и на все три надо успевать посмотреть, успевать прочитать, успевать ответить. Так. Идем в хранилище, ребят, или как? Кто там с кем махается, я не могу понять. А, все, уже в хранилище, да? Не, мы идем. Просто не так быстро, как ты этого хотел бы. Ой, заметил. Скинчик поменять надо будет, не забыть. Себе возьми и смотри, листай. Что-нибудь путёво есть? А, вижу, уже есть. Вот, потрясающе. Кайфчик, кайфчик, кайфчик. Как нет? Ребят, кто... Да, липучку может кто-то взять? Ну или я возьму. Давай я возьму.
конечно, больше бы хотел себе какое-нибудь средство передвижения, типа метлы там. То есть. Сейчас, секунду, ребяточки, надо включить сына, чтобы он мог. Прикольно, где тут посмотреть свою же трансляцию? В ТикТоке нельзя, что ли? Это прикол. Короче, нельзя, походу. Сейчас иду. How do you do? Не показывает. Ну как, это невозможно. Должно же быть, я могу по идее. С телефона управлять трансляцией же можно тоже. Не, походу нельзя, из-за того, что у меня на компе идет трансляция, не могу в ТикТоке зайти и смотреть. Ну давай тогда будем коммуницировать вместе. Так. Ну все, что ты хочешь? Пинкман нам надо. Ну, Пинкман. Пинкман, так и запиши. Пинкман 05. Петр. Петр еще запиши. Петр тоже попадает. Ребятки, да, отвечу еще дополнительный раз один на вопрос в ТикТоке. Можно ли со мной сыграть? Конечно, можно, в порядке рандомной очереди. Либо, если вы присылаете донат, попадаете без очереди. Да, Петр, Пинкман из ТикТока уже попадают без очереди на трансляцию. Ну как, без очереди, в порядке очереди тех, кто прислал донаты. Получается, сегодня очень оживленно у нас проходит бронирование мест в игре. Но там есть те, кто не будут сегодня вообще в онлайне, поэтому... Давайте быстренько. Привет, Димон. Как дела? Супер, у меня хорошо. Мэр Эк, тебе отвечаю. Солдикс, ничего себе у тебя веб-баксов. Да, это для розыгрыша, я вот говорил, да, пополнил. Все мои хорошие для вас. Пока что вся моя работа идет в убыток, но я надеюсь, что в скором времени, благодаря вашим просмотрам, лайкам, комментариям, благодаря вашему взаимодействию со мной, с моим каналом, будет все налаживаться. Я увижу когда-нибудь прибыль от этого дела. Нет, Петр, наверное, там пинг просто, и он не слышит вовремя информацию. Петр, еще раз повторю, ты попадаешь в каточку, просто отсматривай сейчас сын мой информацию всю. Вот, и он обратил внимание на то, что ты уже прислал достаточно. Скин? Что скин? Смог закрепить сообщение. Суна. А ты что, можешь, пожалуйста, написать, что ты имеешь в виду? А я что? Давай без наверное. Давай человек сам ответит сейчас информацию, что он имел в виду. Хорошо, без догадок, потому что можем понять неправильно и будет не круто. Написал
есть. Пожалуйста, что, лифтом? Да где они все? Опа, вижу выстрелы. А, вот. Короче, тут где-то еще Типоля на дереве завис. Ой, зараза. Ладно. Помощь? Ого. Ай-яй-яй, меня нокнули, ребят. На мне прям. Блин, корону забрали. Что-то я со стройкой там немножко. Рубенчик готов, супер. Рубен, следующий. Что у нас? 100 с копейками только что проверил. Плей Павла пишет что-то. 100 с копейками чего? Не понял. А. Да, евро это 100 рублей. 100 с мелочью. Ребят, во время каток я уже миллион раз пробовал приглашение отключать, но, к сожалению, Fortnite после последнего большого обновления поломался. И теперь, как бы ты там что ни отключал, ставишь режим не в сети, он сразу слетает при первой же возможности. У меня стоит в настройках, пока меня еще не резнули. У меня в настройках стоит в этом плане вообще все. Только по приглашению впасть в присоединение к группе. При этом мне постоянно залетают без приглашения в группу каким-то образом люди. Ну, короче, глюки. Глюки однозначно. Вот, не в сети, не буду ставить, дергаться туда-сюда. Сложно. Так, Герка, принимаю запрос. Ребят, я поиграл бы тоже, если что. Ну, напоминаю. А я его так и называю, точка. Я в Германии живу. Что такое с икса гоняешь? Что-то с Xbox'а, что ли? Нет, я гоняю с компа. Я себе купил комп специально для того, чтобы делать красивый для вас контент. Потому что до этого была полная шляпа. Ребят, сейчас там этот зона идет. Блин, а мой лут весь уже тю-тю, да? Я дробаш отметил. Сейчас возьму. Ну я только ПП здесь вижу. Забрали, значит. Жулики. Круто. Дюссельдорф, кстати, прикольный город. Я там был. Это ж... Ух ты, как много тут добра всякого интересного лежит. По крайней мере, с хилом я уже... И вот это тоже я возьму. Так, сейчас давай, наверное, вот так делаем. Тереющий. Пока... Так, Рубенчик прислал персик, да, или что это такое? Спасибо, братиш. А мне за рекламу Киевстар... Джонатан спрашивает, платят ли мне за рекламу Киевстар. Блин, я снимался в рекламе Киевстар году так в 12 или 13. Уже заплатили все, что должны были. А что, ее до сих пор показывают, что ли? Рубен, суперчат, суперстикер вообще. Ты меня сегодня просто решил... завоевать вообще мое сердце навсегда, да, Рубен? Рубен,
Да, надо сейчас, я каточка закончится, ребят, я перепроверю в ТикТоке, кто там что, сколько подарочков присылал, чтобы отметить, кто уже попадает в катку. Ты, ну это тут ты видишь, а ты надо все посмотреть за. Я понимаю, надо. Супер, сынок, сейчас мы, когда в лобби выйдем, я просмотрю, посчитаю, запишу всех, отмечу. Все будет круто, не переживай. Так, вижу, у нас юго-восток, ребят, шумит. Пойдем посмотрим, что они там делают без нас. Кто-то здесь, рядом прям? Есть. Корону мою. Вернул свою корону. Огонь, вообще класс. Потом у меня еще была липучка и рандомет, он, видимо, я не брал. Так, братцы, давайте пойдем чуть-чуть глубже в зону следующую. Что, 20 киллов уже, да, сделали? Поиграть. Ну, ребят, чтобы я вас сразу двоих взял вместе, надо, чтобы... Не, они сами вместе сейчас... хотят поиграть. Вместе друг с другом? Да. Давайте так, точка, одна роза. Где-то на другой страничке, вот назад. Посчитаем, давай. Точка вот здесь вот. Давид. Давид уже в списке есть? Нет, я не вижу. Здесь нет. Давай посчитаем. А, блин, не посчитаем. Ребята уже убежали. Все. За ними. Я хочу как-то сделать максимально удобно, чтобы... Что такое? Все кнопки нажал, которые только... А, блин. Сейчас. Которые надо было и не надо. По капитану, да? Да ё-моё, серьёзно? Где? 11 человек ещё... Здесь, да. Опа, а чё за день-день опять? Я же вроде отключал день-день. Ну это не то, что они. Да, Брэк, я живу в Германии. Уже несколько лет. А, точнее, быть 2 лет. Ребят, догоняю вас. Так надо добавиться, кидай запрос. Мой ник Brother2S. Как и в ТикТоке, как в Ютубе, как на Твиче, везде одинаковый. Brother2S, пишешь и вот, кидаешь запрос. Петр написал, а я живу уже 10. Круто. Нравится тебе здесь? Скажи, Петь. Петр. Вижу, на северо-западе был парашют. Петр ответил, да, нормально, добрые люди. И Суно Интернет, Липтон, привет. Савунов какой-то. Снейк. Привет. Привет. Здорово. Спамим, спамим, спамим его, спамим. Давайте.
Brother 2S, просто брод хер. Да блин, кто забрал? Кто-то забрал клык золотой. Негодники. Ребят, я уже запутался во всех никнеймах, я уже запутался вообще во всем, чем только можно было, поэтому уже стараюсь вести записи. Прям одна команда или это... Ну такая команд сколько? Надо посмотреть. Команд осталось две, да. Полная команда осталась, Фулка. Они будут оттуда бежать, ребят. Зона-то оттуда шла. Они не могли в зоне так долго находиться, правильно? Вот эту позицию надо занять, холм. Оп, назад посмотреть все равно не помешает. Что-то они удивительно живучие. Может, они где-то в кустах сидят, блин? Что это такое? Спасибо, Петр, спасибо большое. Это очень приятно слышать, потому что я действительно стараюсь не разочаровывать своих подписчиков, зрителей. А еще, мои хорошие, у меня карта появилась. Карта своя первая, которую мы командой все делали. Все потрясающие. Летают. Где? Не понял. Сейчас услышал какой-то звук, не понял, что это было. Они скайбазу строят, скайбазу! Ну где? В метку можешь поставить, где они строят? Наверх посмотри, Дима. А, вон, вижу. Человек скинул всех. А, у них метел. Сзади, сзади. Вот, блин. Меня тогда строили. А, это не я, не ты. Короче, это мы. Знаю его. Ты с ним знаком? Ребята, вообще, вот это я понимаю. Вот это да. Спасибо за игру. Красиво. Да ну блин, не смог сделать стрим, этот скрин. Так, мои хорошие, давайте быстро сейчас пробежимся по ТикТоку, посмотрим, сколько кто подарочков прислал. Спасибо огромное, ребят, за игру. Возьму сейчас пока вот Серга прислал запрос. Пробежимся вот здесь сейчас. Так, если я не могу... вот так сделаем тогда и вот так. Смотрим. Да, быстренько пробегаемся. Точка 1. Давид. Давид, 15 у тебя, 15, не дотягиваешь чуть-чуть, друг мой. Еще 5 каких-нибудь единичных, и все, и залетаешь в пати без очереди. А, стоп. Тоже, да, одно. Да, Петр однозначно попадает, и еще кто-то... Да, еще кто-то был, Пинкман прислал тоже, да, подарочек Бобби Фокс. Все, давайте смотрим список. Рубен, жду тебя. Давай поменяю скинчик сейчас себе. На вот такой. Вот. Буду на мрачных сегодня скинчиках. Подожди, давай я посмотрю сейчас. Рубенчик, жду тебя. Вот. Тонер Вендунг, это у нас Рубен. Дальше смотрим. Карандашик, дай, пожалуйста. Сефтер, Бан Паша, Нитро, Кофе, Пинкман и Петр.
то есть. Сефтер, если ты есть, у тебя поменялся никнейм в игре, напиши, пожалуйста, потому что... Копчик, Давид, Копчик, привет, да, да-да-да, понял, Копчик сейчас тогда увижу, сразу приму. Давай. Точка написала, блин. Блин, а, не дотягивай, да, чуть-чуть по этим, да? А, так точка, одна розочка только, я не могу без очереди взять тебя, братан, просто, если рандомно попадешь, то вот, Пинкман вижу. Есть. Пинкман и Копчик давай. Копчик, не вижу тебя. Петр, напиши ник, который у тебя в Fortnite. А, это он, наверное, да? Ну давайте, кто сейчас попадет первый, Копчик или Петр, тот и играет, потому что уже немножко... Да, ау. Мне аж больно стало. Локтем так ударился. Мало вообще, капец. Давайте, видите, много запросиков, ребят, жду. А, ну я могу сейчас вот так посмотреть. Вот. Вот, Лен, Петр. Нет. Ты мне приглашение в свою группу прислал, поэтому... Ну. А сколько у меня боев? Сейчас. Лен, Петр. Что, сколько у тебя? Сколько вот. У меня боев? Не понял, сколько чего, я не услышал. Сколько у меня боев? Булов? Что-то... Привет. Здорово. Боев. Блин, я не слышу, не понимаю, что ты говоришь. Микрофон плохо. Сколько у меня сражений? Сколько у тебя чего? Блин, ребят, напишите в чате, кто слышит. Я не могу расслышать, что говорится. А как тебя зовут еще раз? Меня Дима зовут. Повтори, пожалуйста, что ты спрашивал. Очень плохо было слышно. Сколько у меня сражений? А, сражений? У тебя хрипит очень микрофон, я тебя прям не узнаю. Да? Да. Рубен, ты спрашиваешь, да? Или нет? Или кто спрашивает? Я не понимаю. Я тут, подожди, я тебе еще потом скину 13 роз. Ага. Ну, ты можешь посмотреть, я тебе еще потом скину 13 роз потом. Ребят, мой никнейм пишется Brother2S с большой буквы. И если вы его не находите, значит, вы уже добавились в друзья. Напиши, пожалуйста, точка, напиши, какой у тебя ник в игре. Дима. Да. Я хотел спросить, я тебе потом еще скину 13 роз. Можем еще потом поиграть сразу? Не, смотри, на стриме один раз можно поиграть. Если ты донатишь донат от 200 рублей или присылаешь скин, тогда можно два раза. То есть сейчас... А, ну пофиг. Окей. Сейчас у нас Рубен, получается, мало того, что он спонсор канала, он уже имеет сразу место одно в неочередное. Плюс он сегодня меня закидал вон донатами. Поэтому у него есть... Сегодня он, мне кажется, выкупил... У меня там еще осталось две монеты. Тебе... Нет, кинуть сейчас что за подарок? Да, вроде хорошо, сейчас слышно. Куда летим, друзья? А то мы что-то затрандец. Давайте вот сюда. На поля? Давайте. Пойдемте. Всем удачной игры. Спасибо. Тебе тоже. Ребят, кто первый раз зашел на трансляцию, не знает меня, давайте познакомимся. Меня зовут Дима, ник мой Brother2S. На YouTube и на Twitch видно на экране справа. Там написано, как попасть в пати для ТикТока. Повторю еще раз отдельно, потому что в ТикТоке этой информации на экране нет. Попасть в катку можно рандомно, если нет донатов и подарков. Если есть донаты, попадают в
пати без очереди. Если есть подарок, скин, то попадают в пати два раза. Ребят, меня нокнули. Я не взял еще даже ничего. Смотри, вон на машине выезжает. А, и Лен Петр. Ну я тоже нокнули. Но я нанес очень жесткий этот... Мне очень интересно, хит. Как вообще получилось так, что он желтый у нас Пинкман вообще очень далеко где-то. Они вдвоем там. Вачел, он мокнутый, он мокнутый, он мок, он мок. Я его убил. Все, я уже все. Он. Корона. Ну, вот этот, кто вас хотел убить, я его мокнул. Ну, он ваш должен быть. Если бы он не похилился, у меня не там похилился. Двое ребят возле меня, которые меня замочили. Так. Турелька у нее должна быть. Аккуратно. Щиты, щиты, щиты. Просто бери карточку и просто уходи лучше. Да, сейчас. Да. Давай. Походу, да, зря мы сюда катка требует перезагрузки. Я не понимаю, почему я прыгнул, а там уже чувак с оружием бегал. Это как? Ладно, сейчас попробую. Вот, взять. Метлу. Аккуратно, аккуратно. Блин, нет! Лучше просто бери какой-то, который... Нет, нет. Там не офигеть. Можешь мою, пожалуйста, взять. Спасибо. Надо сваливать, мне кажется, либо. Вдвоём бегу. Да, я слышу. Я ник кидал, Дима. Устраивает мне тот запрос. Кинул ник. Лейс Ака Сефта. Мистер Эк. Подожди. Ой, уходила. Да, блин. Да. Мистер Эк. Мистер Эк, пожалуйста, напиши, с какого никнейма ты донатил. У нас мистер Эк не записан. Сефтер присылал сегодня у нас донат. По-моему. А нет, сегодня присылал Тимахра, Deserving Fallout, Тимахра уже отыграл, и Java. Дима. Кто присылал? Я тебе сейчас уже две ростки быстро, я тебе две ростки скинул, чтобы у тебя были. Дима, а ты не ответил, сколько у меня боев? Рубен, ты спрашиваешь? Да, я. У тебя как минимум 3 ты уже точно заслужил. Хотя у нас лимит в 2, но ты мой первый спонсор. Поэтому у тебя будет 3. Этот, конечно, бой у нас получился так себе. Ну да. Мы его перезапустим, ребят. Вот такое бывает. Спасибо большое. Я тебе, кстати, сразу уже две розы закинул еще. Это спонсор пати моя. Ребята все, которые присылали какие-то донаты, поддерживали меня. Я предлагаю не надо идти в это людное место. Не слышу. Сейчас. У кого? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Давид, попадаешь тоже в неочередное пати. Туда. Давайте не полетим на неналюдное место, где все, немного перед. Видно было, кто это был. Не надо вот так отмазать. Одной линией только. Угу. Да, копчик, кстати, это у нас Давид. Это копчик, по-моему, да? Да, вот так. Давид. Да, копчик я записал. Сейчас есть. Так, кофе еще не играл.
Влад, Дима. Сертер где? А. А у тебя есть лузер дэнс? Еще раз. Есть у тебя лузер дэнс? Я не знаю. Я по названиям есть? Не запоминаю их. Я предлагаю полететь вот сюда. Или вы сюда хотите? Ребят, если кто-то давай, хочет прислать... Чтобы не было так много челиков, чтобы мы не умерли. Так, придется кого-то... Ребят, ну я не могу сказать, вы перебиваете. Можно я сейчас скажу? Метки-то стоят, пока летим. А, мистер Эгг, пожалуйста, можешь мне написать... А, Сефтер. Да, так мистер Эгг это и есть Сефтер просто, правильно? Сефтер, да, у него еще одна игра. Сегодня уже одну сыграл, правильно? Или нет? Сефтер не играл сегодня вообще? У Сефтера две игры сегодня вообще. Он в прошлый раз прислал донат. Попросил на этом стриме поиграть. Плюс сегодня еще прислал, если не ошибаюсь, да? Я говорил же. Java. А, нет, сегодня не прислал. В прошлый раз он прислал донат сразу такой крупненький, чтобы поиграть на этой на этом стриме два раза. Но правда, там не дотягивает до двух раз. Сефтер. Правила, ты видишь, написано какие на экранчике. Ребят, тут лама есть. Опа. Но у меня только антенна. У меня есть помпа, зеленая только. Остальное у меня все. Ну нет, у меня. Ну кто-то меня может мне помочь ее убить, а то. Киркой, мне кажется, да, у меня шансов я нет. Иду. Блин. Так еще никто, наверное, не бил. По мне, что ли, уже стреляют, да? Нет, это наш тим. Ну все, она улетает, блин. Ну все, это капец. Улетела, да? Угу. Да, не света, она же телепортнулась. Так. Ну, она телепортнулась. Все, сефтер. Ай-яй-яй, по мне стреляют, по мне стреляют, по мне стреляют. Спасибо. Иду. Сейчас на кирку его возьму. Он тупой. Он тупой. Жесткий ванхит. Гаргол. Еще раз. Дима, вы в каком городе? Сынок, это просто уведомление. Там нет никнейма, нет аватарки. Пожалуйста, не отвлекай меня по таким поводам, хорошо? Конечно, я же тебе уже объяснил. Дима, вы в каком городе в Германии? Я в Германии, в Штутгарте. А, Штутгарт. Так сказать, рядом. Еще котик полезет. Жесткий, да? Да ну зачем ты его килишь? Берите хилки, кому надо. Там по нам стреляют, я жру хил. Убил. Красавцы. Да я его убил. Так. Привет, какая у тебя видеокарта? У меня видеокарта... GeForce 4070 Ti. На 12 гигабайт. RTX 4070 Ti. Кому-то нужна помпа? Помпа, да? А, нет, это не помпа. Вот там я, вот здесь. Я уже привык, меня научили, что помпа вот это что, старая вот та вот. Как клык, это, короче, старая помпа. А вы знаете, вы когда в королевскую битву хотите поиграть, там же сзади типа такая штука стоит. И там стоит типа дата 2018-7-12, да? Господи, ты очень громкий, я не могу, я не понимаю, что ты говоришь, просто звон в уши. Очень громко у тебя микрофон. Сейчас. Можешь подальше от этого? Вот так лучше? Ну, не знаю, пока. Давай, что еще раз вопрос? Вопрос еще раз задашь, нет? Да, сейчас мне нужно...
Да, я хотел спросить, ты же когда в королевскую битву можешь поиграть, типа, там же такая штука, да, сзади стоит? Я не понял вопрос. Забери, забери. Окей, давай. Так. Все-таки. Давайте попробуем. Ребят, пойдем дальше, может, искать противников? Да, погнали. Вроде лутанулись уже. Так. Ага, вопросик есть. Так, Савей, здорово, мистер Эк. Дима, если ты знаешь немецкий, можешь перевести Цем Фрюштук и Хесе Вюрсброд он Тринкети. Цум. А, ну, на завтрак я ем этот бутерброд с колбасой и пью чай. Мистер Эк, аба има zum Frühstück Würstbrot, das ist nicht gesund. Besser Obst, Gemüse oder andere Essen. Хотя в Германии очень любят всякие булочки. Да, не, пиво, ну да, тут, конечно, оно и не, ну тут очень много этих хлебниц, очень много хлебниц. В каждом городе есть свои эти заводы. Ну да, да. Типа у них крафтовые. Свои, ну типа свои эти любимые, ну как сказать. Господи, они откуда все фигачат? Ты помимо Ютуба еще где-то работаешь? Но мне приятно, что вы уже осознаете, что моя деятельность на YouTube уже больше похожа на работу. Олег, позитив на связи. Ждали меня, Олеж... а я пришел. Олежка, привет. Запиши, пожалуйста, Олег, позитив еще. Олег, мой даритель, очень много мне скинчиков подарил уже и донатов много сделал. А пришли на босса. За что я очень благодарен. Олег, ты видел, как я подзатарил себя вебаксами для розыгрышей? Жалко, да, что а, я... Кстати, а ты можешь дарить подарки? Только во время розыгрышей. Я не раздаю просто подарки, не дарю их просто, а разыгрываю. А как можно выиграть подарок какой-то? На стримы приходить чаще. Я вот, например, на стримах в основном по субботам провожу розыгрыши. Субботам, хорошо, буду знать. А то мне... Опа. Моя! Нет, не моя. Прости. Да берите, берите, хорошо. Так, а потом там, просто, там есть типы какие-то. Ребят, можем сразу их уничтожить, чтобы получится нормально. Мне кажется, пойдем зло полутаемся и потом пойдем их убивать. Погнали. Да, пойдем лутаться, вроде никого нет больше. Так. Кому-то нужны патроны для ракетницы? Если кто, вот я оставлю. Я все, у меня лут норм. Мне хватает. 240 метров до хранилища. Пойдем откроем? Пойдем. Так, все-таки ответить же надо, да? На вопрос. Ну смотри, помимо YouTube у меня есть еще... Ой, ребят, тут кто-то летит на нас, кто летит на нас. Помимо YouTube у меня еще есть мои по полетел. Старой памяти инвестиции и там все остальное, которые мне помогают жить немножко.
блин, все равно помялся. Не то включил. Они там, ребята, они там. Они уехали на тачке. Сналаем патроны. Кто-то летит на меня. Они на машине. Ай. Видите, да, вон еще один типуля. Да, они там все. Они все у тоннерны. Тут и их вся команда. Вся тьма в боксе? Да. Фигово. Хотите, я их разрушу? Ребят, я сейчас прыгаю, разрушу, и мы пойдем сейчас пушить, окей? Да, давай, прыгай. Так, сейчас я прыгаю. И готовьтесь пушить. Это три пушите. Раз, два и три. Блин, он меня замочил ППХ, блин. Раз. Они повыходили уже оттуда, ребят. Да, блин, они уже вокруг бегают. Эх, вы внимательные. Полчаса собирайтесь. Почти. Ай! Я не слышу. Ай! Очень жесткий ног! Очень жесткий ног! 5 хп, 5 хп уверен. Не надо, не пошли, не надо. Не надо, хорошо. Только. Наверху. О, у него мало хп. Пинг, ман. Вот, сзади. Он похилился, нет. Мы 15. Да. Дима, я это выйду на полтора часа где-то или на два. Еще стрим будет или нет? Да, я думаю, что да. Еще будет. Тогда я через. Ты как вернешься, напиши, хорошо? Угу. А можно вопрос? Давай. А можно вопрос? Потому что надо набирать пати следующую. Да, тут на стриме 4 человека, а у нас 4. На стриме 4 человека в ТикТоке. Я стримлю еще в Ютубе и на Твиче. В Ютубе знаешь, сколько сейчас человек? Я понял. Сейчас 15 на Ютубе смотрит. И еще на Твиче трое. Да. Поэтому есть кому поиграть, не переживай. Все, а давайте. Все, давайте, ребятки, да. Пока, давайте, пока. Да, пока. Так, давайте, ребят, еще быстренько сейчас пробежимся. Ник не отобразился. А, в смысле, заявку, наверное, скинул. Ох, ничего, тут нормально заявок. Давайте приму всех, чтобы у вас тоже у всех был шанс попасть в пати наравне со всеми остальными. Смотрим по списку, кто у нас еще. Дорог 99, Сефтер. Сефтера сейчас жду сразу же. Да, две игры у него за донатик. Он на прошлом стриме прислал, попросил на этот перенести. Вот, и я сделал исключение ему. Там не дотягивает у тебя Сефтер, да, до двух игр, ты же видишь. Вот, это твой Лейс Ака Сефтер или нет? Я добавлю на всякий случай пока. Да, это Сефтер. Копчик, вот есть это у нас этот Давид, который... У нас скинул доцеду монетку в ТикТоке. И еще у нас бан Паши Нитро. Кофе. Кто-нибудь есть, ребят? Давай. Копчик еще раз хочет добавиться. Уже с нами. Да, Давида вычеркивай. МРЭК, напиши, пожалуйста, в чатике на Ютубе, какой у тебя никнейм в игре. Потому что я сейчас добавил Лейс Ака Сефтер и не уверен, что это так, что правильно сделал. Дроздик, привет, спасибо за пожелание удачного стрима. Можно с тобой сыграть, мы с другом. Так, с другом, ребят, не беру. Если только вы донатите так, что вы имеете право без очереди оба сыграть, то могу взять вас вместе. А так, рандомно не могу взять вас двоих в пати. Сейчас вот если не появится у нас бан Паши Нитро или кофе, или Дорог, или Олег Позитив. Еще Олег Позитив. Ты очень не пишешь непонятно. Я не понимаю. Сделай, пожалуйста, вот так вот. Вот здесь вот. Напиши, пожалуйста, вот здесь вот заново все. Вот я отделю вот так. Которые остались еще. Вот отсюда. Да, Рок, Тимофей Про 28, Бан Паши Нитро, Кофе и Олег Позитив.
Ребяточки, жду. Олег, позитив. Не надо, мы сейчас сразу поиграем, скорее всего. Лейс, Акася. Все, супер. Отлично, ты в пати. Так, хорошо. Минуту жду еще, ребят, тех, кто у нас задонатил, выкупил место. Если не попадаете, то рандом наберу кого-то из зрителей. Анонимус, помню. Вот тебя я помню. А когда еще было 50 подписчиков, Анонимус был. Так, я кого-то пропустил, да, сейчас? А там ничего не видно, да? 37 секунд еще. Эверест Рус. Саундлер что написал? Вот мы это переведи. А, сейчас. Сейчас переведу секунду. Надо пати дособирать. Ребят, осталось 15 секунд буквально. И возьму рандом на кого-то, если не появятся ребятки, которые донатили. Значит, попадут в следующую карточку. Лингер Фольклор. Глеб. 2008 АРМ то. Все, зажужжало, Эверест Рус попадает. Зажужжало. Так, принять в друзья. И давайте. Эверест, у тебя не будет проблем опять с выкидыванием, закидыванием, надеюсь. Все будет хорошо, мы загрузимся. Давайте нажимаем готово. Телефон на беззвучном. Супер, супер, это очень хорошо. Да, ребят, постарайтесь, пожалуйста, никаких лишних мелодий не включать, потому что забанят трансляцию, придется ждать, пока фрагмент вырежется. Так, Давид, это копчик у нас, да, пишет и скинул 21 монетку. 20 монеток — это без очереди в пати попасть, ребят, один бой. Вот, вот, Давид. Да, да, сынок. Ну, я понимаю, я снял сейчас всех, все баны, которые были. Больше банов нет. Я сегодня решил быть вообще супер добрым. Точка пишет. А как, можешь написать через... Копчик играл уже сегодня? Да. Так, стоп, стоп, стоп. Может, ты не записал что-то? Я сегодня не играл. Нет, он не играл. Давид был записан, что он должен поиграть. Ой, сынок. Путаешь всех. Все, Давид, не играл. Не играл ты сегодня. Так, еще раз. Так, господи, что опять пик-пик-пик-пик-пик-пик вот это вот. Я же уже все отключил, что... Блин, нет. Нет, нет. Это вот здесь вот. Пинкман отправил еще мне подарочек. Спасибо. Пинкман мне прислал. Где-то еще был, да? Еще прислал подарок. Спасибо тебе большое, дружище. Мы залетаем, да, в катку? Так, что-то мне Сандлер расписал. Где? Вот. Дима, вот. Я, короче, да. у тебя в дискорд-сервере спрашивал по поводу этого Мидаса. Он, типа, превращает в фиолетовое все или в золото, или вообще ничего не делает. Там какой-то чел написал то, что в золото по итогу он все в фиолетовую фигню какую-то превращает. Ну, в ранг фиолетовый, да? Любое оружие. Ну, да. Ну, так тоже прикольно пойдет. Не в золотое, конечно. Ну, согласен. Да? Фиолетовое тоже. Так это тень то, что Мидас. Это не обычная и не летняя тень. Да. Так, Сандерс пишет, вот, Дим, это переведи. Du bist der beste Fortnite YouTuber Spieler. Ну, ты лучший игрок. Подожди, тут Spieler, это игрок. Fortnite YouTube Spieler. Ну ладно, окей. Игрок на YouTube Fortnite. Der Karten für die Erfahrung entfernt. Вот это entfernt, я не понял, как переходится. Карта на опыт. Entfernt, не знаю, как переходится. Du hast mir zu Beginn diesem Saison the geholfen. Да, ты мне очень помог в этом сезоне. Ну, вот так отвернулся. Давайте. Вот так отвернулся в меру знания моего немецкого языка. Буду ли я делать коллабу с ютуберами? Я бы хотел вообще
Я думаю, да. Вот почему нет? Можно будет. В перспективе. А куда летим, Brothers? А вот метка желтая же стоит. А кто-то полетел не на желтую, да? Не, мы все на желтую летим. Да? Просто я смотрю, кто-то очень сильно отстает, скорее всего, летел на другую локацию какую-то. А может, на хранилище сразу или нет? Ну, конечно, можно. Но я думаю, что нам бы лут какой-то бы взять и пойти потом бы и забрать там на хранилище уже все. Ну, согласен. Тут типа... Ребят, взял всем эти автоматы. Окей. Вот здесь валяются. Я пока или не всем. Вроде брал много, а оказалось всего два лишних взял. Три всего. Бабок не хватило. Супер. Спасибо. Сейчас приду. Центр там захвачу. Идет большой синюшник. Так, если маленькие не нужны синенькие, я возьму, сколько есть. Просто потаскаю. Все, автомат лежит. Два автомата было золотых еще. Все забрали, ребят? Да, забрали, походу. Все, уже забрали, пацаны. Так, нас только четверо. Нас четверо. Я четверо. Купил вместо четырех три только. Думал, что четыре раза нажал. Нажал только три, оказывается. Поэтому не досталось тебе чуть-чуть. Так. Java там периодически кидает в чатик уведомления. Ребята, обратите внимание, что у нас есть Discord-канал, где мы проводим все розыгрыши. Когда розыгрыш на стриме проходит, он проходит в Discord-канале. Там есть и новости, там уведомления о выходе новых видео можно получить. Я только что два уровня поднял. Пойдет. Понял, задания какие-то выполнил, скорее всего. Ну, скорее всего. Пошлите. Так, ключник. Где-то здесь наши противники, ребят, если что. Видишь уже их или что? А чё, не идем что ли на хранилище? Ребят, на хранилище кто хочет пойти? Давайте пойдем, если хотите. Мне по барабану, в общем. Мне главное, чтобы там люди были. Не, ну вроде есть. Так, вижу на северо-восток. Просто здесь есть наш контракт. Ставь метку на хранилище тогда и пойдем все, чтобы знали все, куда идти. Кстати, я медас тень своим ходом пил. Круто, вот спасибо. Метка. Кстати, ребят, огромное спасибо, что пользуетесь моим ходом автора. Я надеюсь, что это когда-нибудь Fortnite все-таки мне вознаградит, и я действительно получу хоть что-то от этого. Потому что пока еще не прилетало, но, по крайней мере, я уже начал видеть какую-то аналитику, сколько людей этим кодом пользуются и все такое. Там? Пошлите сюда. Что-то кто-то очень спамит прям метками. Не понимаю, зачем. Вон, вижу типа. Эй. А что, соло что ли иду в хранилище лутать? Ты, я же сказал, метку поставь. Метку поставь. И мы пойдем. Ты походу пошел сам, да? Я сам пока пошел. Подожди, стой, не надо так делать, потому что мы сейчас развалимся и... Была бы метла, было бы в пару раз легче. Вон еще один вижу. Одного нахуй. Блин, где он? Тут чел на меня где-то. Я не вижу. Несколько. Причем. Короче, надо идти.
О, вижу двоих. Идем сюда. Вот вижу двоих. А, это бот и чел. Думаю, уже просто идет. Есть, все, минус. Идем на метку на красную, да, или на какую? Синяя. Синяя. Вон. Мы же сказали поставить метку на хранилище. Нет, вот давай на эту тачку поедем. Жду вас, ребят, жду. Давид. Вопрос пришел от анонимуса. Боюсь ли я, что закроют Fortnite и куда я перейду? Во-первых, не боюсь. По простой причине. Это бизнес. Успешный бизнес, который приносит доход. Он не убыточный. Все прекрасно у Fortnite. Все эти утки, которые запускали в Твиче... В Твиттере. Это все чушь. Потому что... Да, они проводят сейчас немножко там... корректировку цен. Ну, потому что нельзя как-то цены растут там... бесконечно. Они должны, да, платить за авторские права, например, того, что они используют. Они должны платить авторам контента, карт, которые создают карты. Они должны делиться с разработчиками, да, и так далее и тому подобное. Команда проекта очень огромная, гигантская, я бы сказал. Поэтому все, в принципе, абсолютно объяснимо. Изменения в команде у них ушел, да, у них очень важный чувак. Но, блин, люди приходят, люди уходят. Я, конечно, это не то, чтобы там оно поддается сравнению. Ну, допустим, у меня тоже есть команда людей, которые помогают мне с моим каналом. И сейчас, на данный момент... Там, мы с кем-то расстались, кого-то нового взяли. Это тоже нормальный процесс. Потому что у кого-то поменялись интересы, например. Поменялись взгляды. Так что я не боюсь вообще, что закроют Fortnite. Его не закроют, приносят огромные бабки. Тут еще внизу мячков, 160. А если вдруг все-таки случится так, что закроют... Да и бог с ним. Ну, значит, так должно быть. Найдем чем заниматься. Тем более, что этот проект это не единственный, это первый. Но не последний. Я планирую впереди очень много интересных проектов. И это, грубо говоря, репетиция. Вот этот. Так что не переживайте, друзья. Сейчас я набираю команду креативных ребят, которые могут заниматься... придумыванием контента, да, находить идеи. Там где-то челы вроде. Те, кто могут снимать даже контент для канала. Потому что есть контент, не обязательно его озвучивать. Да, там. Делать. Блин, а что будешь делать? Нокнул. Так, у него короночку будет здесь за... Вот еще один. Так, вижу. Где еще один? А, понял. Вот. Заходите в Discord обязательно, друзья. Присоединяйтесь, потому что там, во-первых, будут розыгрыши все проходить. Можете вот. Патрике скинуть на дробаш, у меня просто 8. Давай, где ты? А, все, не надо уже. Мне скинули 10, нормас. Пошлите, босса убьем. Пойдем. Или на легенд метку. Давай попробуем совместить. Ну, в принципе, два на легенд могут идти, два на босса, потому что слюрпы нам все равно понадобятся. Да, слюрпы нужны однозначно, тут не поспоришь. Но она уже не легенд, она уже фиолетовая. Но слюрпы там... Бо завалил или кто-то есть еще? Ой, меня чуть боты не нокнули. А... Ног, тебя нокнули что ли? Сейчас, погоди. Лишь бы меня сейчас не помощь нокнули. Или что? Давай я иду только к нам. Да нет, сейчас нормально. Да слюрпы забрать можем из голубого тайника. Это вообще не проблема. Все нормально. Давай максимум рез. 7 хп.
Вот, держи. А чё, сколько слепов всего? 3? Всего слепов 4, 2-2. Могу, если хотите кому-то дать, забрать себе маленький сенат. Давайте каждому по одному. А ну, так неинтересно, тогда занимать бесполезно. Знаете, лучше вот 2 заберите, а я возьму маленькие эти банки. Сейчас я сажу карту, активирую. И идем дальше, да, на это, на тайничок. Короче, так и не договорил. В общем, ребят, если есть желание у вас присоединиться к команде проекта, разработчики карт, дизайнеры, фотошоперы, видеомонтажеры и так далее и тому подобное, SMM, копирайтер, все нужны. Реально прям все. Чтобы можно... Ребят, здесь пати. Пати у вас? Ну, типа того. Это летающий пати, чувак. Только на дробаш, который я все потратил. Чего не строится там? Ё-моё, меня сейчас нокнут, ребят. А, не успел, блин. И добил еще, сволочь. Что-то я так не добил, сейчас ушел, сволочь. Ребят, ну стройтесь, вы чего? Стройтесь. Их там несколько, они с двух сторон стреляют. Застраивайтесь, хильтесь. Блин, нет хила. У меня хила нет. Почему у меня... Возьми у меня там мой лут, там банка зеленая, мед спрей есть, там есть баночки маленькие. И карту возьми на всякий случай, чтобы она уже в команде была. Карту. Ну серьезно? Я взял карту. Да не взял. Меня слышно? Вот это взял. Вот, этот чувак сидит за стенкой, блин, и всех убивает. Он бежит тебе. Бежит, прыгает. Бежит. Вот, живи. Если можешь, свали. Что я не перезаряжен, полез тоже. Так, что у нас тут есть? Вот ребят, он. В ТикТоке не могу отвечать на комментарии, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Так, Красик, заходит. Привет. Че присоединился? Тут еще один чел. Что еще? Меня убили. У меня автомат основатель еще был. Летят. Не, ГГ. Не повезло. Нормально. Да ну это не нормально, нет. Не убедишь меня. Не, ну более-менее. Нет, не нормально. Топ-11 это прям дно. Там топ-2 еще. Не, ну это лучше, чем топ, не знаю, например, Сандерс, ну зачем топ-40? Ты мне вот пишешь в личку в игре, ну, чтобы вот так вот у меня на всю трансляцию светилось это? Ну зачем? Я читаю периодически чат, потому что не могу постоянно его читать. Не надо, и там, и сям, это спам называется, пожалуйста, давай без этого. Что это? Спасибо за игру. Да, спасибо и вам, ребят, всем за игру. Дорог, Тимофей, Сехтер, Бан Пашин. Да и что? Его надо в список. Мне всю катку почему-то вообще не было слышно. Пиши, пожалуйста, чётче. Это сложно понять. Так, друзья. Пока. Копчик, спасибо за игру. Давид, спасибо. Сефтер остается, у него еще вторая каточка есть за большой донатик. И у нас еще есть Дорог, Банпаши Нитро, Кофе, Олег Позитив. И Тимофей сегодня не играет. Пинкман сегодня же играл уже, брат. Да, он уже играл. Пинкман уже играл сегодня, дружище. Один раз за катку можно поиграть только. За стрим можно один раз поиграть. Только если у тебя донат равен или более 200 рублей, там, или эквиваленте монеточек в ТикТоке, эквиваленте скин, например, в игре, или что-то еще такое, то можно поиграть два раза. Так, ребят, сейчас в таком случае, если нет бана Паш Нитро, Кофе, Олега Позитива и Да Рока, делаем так. Минутку ставлю опять таймер, и через минуту, как только зажужжит таймер, я буду брать рандомно в пати еще двух ребят. Пинкман отправил же 40 монет, пишет. Дружище, еще раз озвучиваю. От 20 монет, чтобы попасть в пати.
чтобы поиграть в пати. Поиграть на стриме можно один раз. Поиграть в смысле без очереди, не рандомная очередь. Если ты хочешь поиграть два раза, это большое исключение. Делается оно только для тех, кто присылает либо в подарок скин, либо донат от 200 рублей. Это есть на трансляциях на YouTube, на TikTok, в текстовом формате. На Twitch. На TikTok пока не разобрался, как это добавить, как здесь эту превьюшку сделать. Но разберусь, на следующий стрим уже добавлю, чтобы здесь тоже на экране светилась эта информация. Потому что писать я не могу в этот дурацкий чат почему-то вообще. Вот еще раз попробую. Не пишется ничего, не отправляется. Я не знаю, что это за прикол вообще. Может, на английском надо? Может, русский не хочет букв? Нет. Вот, все, зажужжало. Эльдар. Не-не-не, приглашает вас вступить в группу. Дружище, так не пойдет. Сандлерс. Карасик. Все, Сандлерс, Карасик попадают. Рандомно в не очень. Так, Сефтер не может еще... вторую катку, оставить одну просит. Хорошо, все, переношу тогда на следующий стрим. Запиши Сефтер. Все, еще один, ребят. Давай, Пинкман, так как я реально нет информации в ТикТоке, возьму тебя еще раз в виде исключения большого. Окей? Потому что действительно ты прислал мне два подарочка, уже больше 40 монеток. Возьму тебя, потому что ты меня поддерживаешь. И, к сожалению, мой косяк, что я не смог на ТикТоке разместить эту инфу. Так, кто-то у нас вылетел. Сандлерс вылетел. Край, здорово, рад тебя видеть. Да, наконец-то зашел. Ну, где? Где? Давай. Вот, пинг-пон. Все, теперь беру с первого, кто. Посмотри, пожалуйста, ты играл сегодня или нет? Сейчас. Frog Roblox XX3322. Мне кажется, что играл. Вот. Друг мой, на трансляции поиграть можно только один раз. За это я обычно баню. Но сейчас я просто тебя исключу из пати и не буду у тебя банить. Сегодня я слишком добрым хочу быть. Не буду никого банить. Но, друзья, один раз за время стрима можно поиграть. За исключением тех, кто донатит. Пинкман, да, но он прислал еще, чтобы поиграть еще раз, еще один подарок, потому что недопонял, да, в принципе, я и не додал эту информацию. Сандлерс, пожалуйста, прекрати мне писать, я сейчас реально разозлюсь и удалю тебя из друзей. Не надо мне дублировать, пожалуйста, в личные сообщения в игре и в чате. Я тебя прошу, пожалуйста, личные сообщения в игре вообще не пиши во время стрима. Все, вылетело, ничего не могу поделать, не могу стоять, вечно ждать, пока вы перезагружаетесь, друзья. Повезет в другой раз, значит. Должны тоже понимать, что мы тут как бы не для ожидания стрим делаем. Пинг-пон и нажми готов просто. Мои хорошие в ТикТоке, пожалуйста, расшарьте трансляцию. Отправьте друзьям, знакомым, если вам не сложно. Если вас не затруднит это. И натапайте немножко лайков там. Больше, чем у самого топового ютубера и тиктокера, и стримера вместе взятых. У меня рекорд был, по-моему, 50... Сколько? 51, 52 тысячи. Не помнишь? Не помнишь. Ну, короче, около 50 тысяч лайков на трансляции в тиктоке было максимально пока что. Давайте попробуем побить этот рекорд. Бразер. Да. Когда новая карта? Когда сделаем? А когда делать? Я сейчас дал неделю, несколько карт распределил между разработчиками и жду результат. Ты ответил мне на вопрос, сможешь ли ты авторизовать все остальное, чтобы я тебе назначил карту? А я не могу. Как это авторизовать? Это... Ну вот свяжемся отдельно еще раз на эту тему и поговорим. Окей. Окей. Я сам тоже сейчас буду заниматься еще одной картой сам отдельно. Окей. Чтобы сразу несколько делалось. Окей, потом просто напиши, как, ну, просто скажи в двух словах, как просто в Epic Games или куда зайти. О, смотрите, что я сейчас сделаю. Сейчас я, знаете, что сделаю? Сейчас. Блин, где? Вот.
сделаю еще. Блин, а где же его взять? Да, мы летим. Ребят, если что, я пока не выпрыгнул, потому что на тупниках. Куда летим? Я хочу кое-что добавить еще на трансляции, одну информацию. Очень ага. Интересно. А куда летим? Куда хотите, туда и летим. Я с тобой, а то... Все выпрыгнули уже, да? Не стал... Да. Команда не стала никого ждать. Да. Летела. Ну все, конец, куда летим? Ну, все. Теперь да. Буду теперь ненавидеть всех. Твой выбор. Куда лететь? Я шучу, я сегодня решил же быть добрым. Помнишь же? Так, дали какую штуку я замутил? Что я сделал? Ага. Куда летим? Наверху, друзья, написан... Нет, даже не так сделаю. Сейчас я... Бразер, полетели да. Туда. Во, зацените, как это будет сейчас красиво. АФК. Кто АФК? Ты. Ты что ругаешься? Это не ругательство. Не, я онлайн. Я играю кучу времени в Fortnite. Просто у меня, блин, другие задачи сейчас стоят, видишь? Да елки-палки, как сложно регулировать на таком маленьком экранчике. Короче, вот. Но если мы сейчас, я из-за тебя солью катку с тобой, вы просто видите, из-за того, что не будет оружия. Вы видите, друзья, что на экране появилось? Код моей карты появился. Это карта, которую мы делали. Кстати, Карасик один из тех, кто участвовал в производстве этой карты. Java тоже участвовал в производстве этой карты, помогал. Мы с Java вообще не одну ночь провели вместе. Не в том смысле, в котором, может быть, вы могли подумать. На карте я имею в виду. Я сейчас одну минуту. И вот результат вы сможете оценить, когда зайдете и посмотрите. Мне нравится, даже несмотря на то, что я очень требовательный и обычно... Особенно к себе. Обычно все максимально обесцениваю. Вон, сын подтвердил. Реально, я должен быть всегда лучшим. Если я чем-то занялся, я должен идеально знать свое дело. Ну, такая вот есть, короче, у меня забобончики такие. А, мне позвонили, он сказал, что сейчас вернется. Опа. Так. А, здесь челики. Я был АФК. Да, чуть АФК был. Да. Ну окей, попробую сделать как ты, чтобы сделать карту. Я защищал карту. Тебя, как никто другой. Это в каком смысле делать карту? Так, это... я догоняю противника. Я за тобой. Один вопрос. Так, еще раз. Что ты там говорил? Я? Нет, Карасик что-то говорил сейчас. Да, я говорил этот... Если подключить, то... Я просто не понял, как это подключить. Да разберемся потом, не сейчас, не на стриме. Хорошо, отдельно по этому окей. Поводу поговорим. Окей. Просто... Пойдем к пацанам, потому что... О, пацаны пришли к нам. А, да. Погнали, братва! Да. Пойдем. Там-там-там-там-там. Пожалуйста, зайдите, пожалуйста, все вот на эту карту, которую вы видите на экране, и потусуйтесь на ней, поиграйте, постройтесь, пофармитесь, потому что для меня это действительно очень важно. Она сейчас проходит калибровку. Как только большое количество людей на ней регулярно будет играть, она пройдет калибровку, и я смогу делать карту на опыт на этой карте. То есть секреточки для того, чтобы вы быстрее апались. Очень хочу, чтобы калибровку прошла она до того, как начнется новый сезон, ребят.
Лучше, что... когда будет уже новый сезон. А ты куда вышел, бразер? Я вышел, потому что я не хочу, чтобы мы все сразу вместе умерли. Хочу по очереди, чтобы... Ну, здесь челики, а у меня лут. У меня лут. Ух ты, нифига себе, ух ты. Да, пау. Пау, минус. Ничего себе. Болт, это как он, чем болт, у меня он болт. Попал так? Что, пластилиновый, да. Что ли, вообще? Кто? В меня попал кто-то очень жестко. Да, здесь на нас челики. Ну, ребят, ну зачем мы прям в тэк попали? На! Минус сейчас еще один. Уже 2 килла. Кому помочь? Кому кого нукнуть? А, вот здесь. Да подожди, у нас здесь тоже файт. И меня сейчас вынесут. Отдельные спасибо. У тебя там челики, бразу, да? Нет, у меня тут путешествия друзья. А у нас здесь файт, что все умирают. Ну а зачем вы все умираете? Можно же все наживать. Да что ты будешь делать? Ну, файт, я 3 челика убил, а последнего не смог. А, еще один нокнутый. Ну попробуем. Да как это так? Где он? Ну, метку, где он? Надо знать, где он. Ага. Сыт, братуха, здесь. Болото будет. А, наше. Он наверху. Опа. Блатник. Тихо. На картофанах. На картонах, точнее. Челик! Опа. Еще, прости. Еще один. Наверху еще один, да? Да, да, Не, внизу, возле меня. Прям возле меня, вот. А, уже выше, да. Блин. Ты где ты? Да вот, где я прям. Ай. Минус я. Это последний, его да, надо вынести. Меня тоже хочет. Нет, меня нокнули, да. Навы. Хиливается, да? Да, еще как. Да нет, так не подойдет, бразер. Он там сидит. Он сейчас тебя нокнет, чтобы это резкий, его все. Орис. Это все его, он может сейчас разрыть. Да. Я и про это говорил. Ну, у него ребята, 5 хп. Хотели, ты когда все легли. Да, уже нет. Ну, я лег из-за того, что я убил двух. Да, как-то не удалось. Думал, строится сейчас глухо с кем-то поиграть. Да не, ну на самом деле, ребят, просто нельзя в пекло вот так залетать. Надо давать себе возможность хоть и как-то отхиливаться. Это было опрометчиво. Я отхиливался. Я отхиливался все. Да. Сейчас, ребят, повезли. Еще раз повторю. Сандерс, блин, вот ты мне накидал этих личных сообщений, у меня теперь постоянно чат открывается. Прямо вот почти очень сильно злюсь на тебя. Не буду я тебя брать в пати сегодня, потому что ты реально не понимаешь, что так нельзя делать. Все, ребятки, спасибо за игру. К сожалению, она у нас пока. Была коротенькая достаточно. Давай, пока. Спасибо, пока. Так, мои хорошие, давайте посмотрим, кто у нас еще. Сефтер переходит, еще одна каточка на следующую игру. Олег Позитив, Кофе, Бан Паши Нитро, Дарок. Если здесь есть кто-то, пожалуйста, дайте знать. У вас есть забронированное место в пати. Давайте, жду минутку вас. И потом будем запускать всех рандомно. А пока... Ну, видали, я себе настрогал V-баксов, чтобы вам делать розыгрыши. Влупил уже туда в игру кучу денег. Кого взять? Ребят, напишите, кого взять, какой скинчик. Ну, давай твое предложение. Вот этого? Вот, пока что сын мой хочет, чтобы я вот этим поиграл. Вот так вот? Что у нас там? 20 секундочек осталось, я буду брать 3 человек рандомно. Сефтер, Тимофей,
А, не, Севтер потом будет. Да. Олег Позитив, Кофе, Банпаши Нитро и Да Рок. Есть кто-то? Походу, никого нет. Так, что у нас тут? 2-1. Вот, Глеб 2008. Первый. Есть ли у меня TXL? Нет, я даже не знаю, что это такое. Глеб, привет. Мелмен, good morning. Guten Morgen, Мелмен. Проснулся, брат. Ализора. Все. Последний участник команды. Друзья, нажимаем готово. Давайте пока будем грузиться. Я почитаю, что написали. Давайте, у кого слышно меня в полный голос, притушите звук чуть-чуть, потому что я слышу сам себя. Причем как будто бы с телевизора. Привет. Привет. Эльдар, Глеб и Алиса. Всем привет. Джава, кто куда, а я в больницу. А то пипец. Джава, все правильно. Обязательно надо антибиотик. Джава, как и у меня, ангина началась. Хотя мы живем вообще на двух практически разных концах планеты. Вот, ну вот так вот совпало, видите. До сих пор еще, кстати, последствия есть. Сегодня записывал видео, прям было тяжело, голос пропадал периодически. Сейчас вот хорошо, ближе к обеду распогодилось, как говорится. Дорогой дневник, мне описать ту боль, которую я ощущаю сегодня. Что, анонимы, что случилось? Какая боль? Так, стоп, а что это за фигня? Почему мне выделяются чат? А, все. Отлично. Анонимус что-то писал, видимо, я пропустил. Дима, это насчет закроет Форд. Да, я помню, это тоже писал. Это тоже. Знаю ли я одну вещь, спрашивает Анонимус. Ты помнишь два моих совета? Не помню. Не помню. И не надо меня в список смерти. И угадай мой пинг в Фортнайте. Блин, что такое, Анонимус? Ты что-то там уже начал прям спамить. Цыц, что, Дима? Нет, не надо, дядя, нет. А, о, спасибо, да. Я не понял ничего, если что. Знаю ли я, что все мои дети были у тебя в друзьях? Ну, теперь да. Читай чат, пожалуйста. Да прочитал я твои все сообщения, просто не понимаю реально, что происходит. Да почему, что, почему так много о тебе знают раньше? Вы часто попадали, чтобы играть, а сейчас даже почти что долго и идет подбор. Долго не идет подбор. Да, ребят, времена меняются, канал растет. Это хорошо, это к лучшему, потому что чем больше, тем будет больше розыгрышей, как минимум для вас. К сожалению, действительно попадать в пати становится сложнее. Но, друзья, те, кто оказывает мне поддержку, они в приоритете, однозначно. Поэтому, потому что я трачу свое время и деньги на это дело. Ребята, а что с ТикТоком случилось? Там чатик перестал работать или что? Что-то он прям притих, мы не видим ни одного сообщения долго уже. Напишите что-нибудь. И если вам не сложно, кто в ТикТоке, расшарьте трансляцию, отправьте друзьям своим, чтобы они тоже присоединились к этому мероприятию. Понимаю, вы не хотите добавлять, чтобы вам было больше шансов попасть в пати, но все же. Ребят, я, короче, Так, мы вдвоем. Три. А где четвертый? Где наш четвертый? Вот, вижу. Брат, а как так? Давайте на брутальный. Пойдем там больше лута. Но как так получилось, что ты там один? Так сюда же мы откастим. На фиолетовую? Ну, знаете ли. Может и стояла. Я просто отвлекся на чатик. И, наверное, я... Я не знаю, прав я сейчас или не прав. Потому что, говорю, я, наверное, отвлекся на чатик. И не видел просто, что вы туда поставили метку. На желтую я пошел. Алканавтер, напиши, пожалуйста, что такое take the L. Я не совсем понимаю. Спросил, есть ли у меня, а как бы, я даже не знаю, о чем идет речь.
Друзья, кому нужно синие банки? Никому вход не открывает. А челики? Вижу. А, блин, не успел. Не-не, я эти не люблю штуки. Спасибо большое. Я колострелом этим не умею играть. Он, блин, не попадает вообще. Ну что, братва? Готовы двигать дальше? О, там, по-моему, что-то есть интересное, да? Смотрим. Ничего интересного. Потопали, ребят? Кого вы там стреляете? Ребят, погнали отсюда, короче. Лут есть на руках. Ребят, что у нас с чатиком происходит в ТикТоке? Что-то я не вижу там совсем сообщений. Что случилось, мой хороший? Он перестал работать или просто у вас нет настроения писать? Можете хоть что-то, кто-нибудь один написать, чтобы я понимал, что он работает? Там 7 человек сейчас есть. У меня на этот сезон была цель заработать 50 коронок. Что-то я, по-моему, ее не выполняю. Мне так кажется. Люди, вы где? У меня. Тёма, ты можешь зайти, пожалуйста, в ТикТок и написать что-то на трансляции? Что-то вообще ни одного сообщения там. Хоп, что-то поломалось. Ты можешь на телефоне зайти в ТикТок и проверить? Ты слышал мой вопрос? Я же не спрашивал, что ты делаешь. Правильно. Опа. Чё за... Где? А как ты там оказался один, скажи, пожалуйста? Лимбер фольклор. Ты знаешь, что такое команда, друг мой? А? Да. Ну а чё ты там один тусуешься, если команда? И Глеб, давай к нам подтягивайся, потому что мы к тебе не можем сейчас пойти. У нас Лимбер лёг. Причем охренеть, как далеко. 300 метров от нас. А почему? Нет, стоп, привет, стоп. Ализора. Разворот. Идем к Глебу. Лимбер, надо уметь играть в пати, дружище. Извини, мы не будем сейчас тратить время на то, чтобы идти тебя поднимать. Потому что ты играл в одиночку. Вот, иди играй. В одиночку. Да, в ТикТоке проблемы с чатом. Не только, значит, у меня теперь, а теперь вообще у всех. Офигеть. Вот, вижу. Минус. Ребят, если вы заходите ко мне в пати, пожалуйста, играйте пати. А не в одиночку в соло. Хотите в соло играть, не надо проситься ко мне и занимать место, отнимать возможности кого-то другого. Хорошо? Для тех, кто сейчас смотрит, пожалуйста, это объявление.
так было поближе переместиться быстрее. Что, ребят, скажете? Пойдем воскрешать наш. Серьезно? Сейчас я тут кое-что видел. Глеб, идем к тебе. Да что ж ты эту купо настроил такое большое? Да ёб моё. Вот, скажите спасибо у нас тому, кто ушел и оставил команду из 3 человек против команды из 4 человек. Все, ребят, поиграли. Давайте эту пати разрываем и берем еще новую. 4, да? Давай. Те, кто у нас еще имеют право на внеочередную пати. Дорог 99, бан Паши Нитро, Кофе, Олег Позитив. Есть кто-нибудь из вас, ребят? Бон-бон, пока. А, ты, нет, Сандерс, пока. Давай сейчас так сделаем. Опять минуту ставлю. Если никто не объявляется, беру подряд трех ребят из вас, из зрителей. Я не знаю. Давай посмотрим. Опа, тут внутри пролисталось все. Ну вот что можно сделать? Что такое? Вот почему? Ну теперь, чтобы починить чат, надо перезагружать трансляцию. Тушить ее и заново начинать. Ну как-то очень не хочется вообще. Даже запросы. Фиговенько. А ну попробуй еще раз. Сейчас чат открою вот так. О, а нет, все то же самое. Я не знаю, что с ТикТоком происходит. Так, жужжит. Блин. Жужжит, ребят, жду от вас запросики сейчас. Да что такое? Блин, вообще просто. Это что? Вообще в ТикТоке идет трансляция? Должна идти. Но приложение абсолютно зависло. Это. Вот, пап. Так. Домбасик. Домбасика у нас еще не было. Вообще, я, по-моему, ни разу еще не играл. Ник не помню такое. Да, я тоже не помню. Пап, запрос, все, здесь. Друзья, давайте, кстати, да, проверю еще вот здесь. Есть и есть. Пока лимит не исчерпан. Давайте, ребят, еще запросы. Вот, Frog Roblox опять. Брат, ты играл уже. Если ты сейчас еще раз пришлешь запрос мне в пати, я тебя должен буду поставить в бан. Я этого не хочу. Вот, смотри, теперь с нами. Уведомления приходят. Ортина. Привет. Нет, не было такого, не пойму. Есть. Что такое? Почему в ТикТок так глючит постоянно? И Жиганов. Супер. Вот, кстати, Донбасик, Рутина и Жиганов абсолютно три новых человека. Я с вами еще ни с кем не играл, ребят, да, никогда? Не помню ни одного из ваших никнеймов. Так, Рутина, ты в игре. Мы не будем ждать, мы сейчас кикнем тебя. Брат, у тебя 98 осталось. Ты давай либо выходи и спать, и доигрывай свою игру, либо выходи из игры и давай играть с нами. А то на двух стульях так-то не усидишь. Дай, даю тебе 30 секунд.
Угу, супер. Нажимаем. Готово, ребят. Кто имеет микрофон рабочий, скажите, как зовут. Давайте познакомимся. Меня Дима зовут, если что. Прими в друзья, если не сложно. Агу принял. Хотел свою карточку сыграть. Если получится, сыграем. Алло. Да. Здоров. Жиганов, да? Здоров. Да, да. Как зовут тебя? Серега. Серега, приятно познакомиться с тобой. Первый раз играешь со мной? Да. Вообще, вот это тебе повезло, Серега. Ага, я твой фанат, я вообще у тебя даже в начале сезона с помощью твоих багов БП прокачивал. Круто, я для вас и делаю специально, чтобы вам было легче. Что дописать даже не могу, как обычно. Хреново. Спасибо. Для вас и делаю, ребят, чтобы вам было легче и проще проходить боевой пропуск. Для того, чтобы быстрее апались, игра была интереснее для вас. Бон-бон пишет, хорошей игры буду на стриме все равно. Спасибо большое тебе. Что-нибудь давайте сделаем. Какую функцию? Вот такой вот. Ну, блин, правда, без звука. Авторский звук. Так, а Домбасик и Рутина не могут, да, я так понимаю, сказать, как зовут вас? Не работает микро, да? Куда летим? Посмотрим. Давайте. Полетели, где это у нас? Застроенная заводь. Я там так давно не был вообще. Ой, что-то я вылетел. Ну давайте, я там. Нажал, вылетел. Ладно. Темперам-пам-пам. Что-то не хочется. Так, выпить кофе, но я уже две кружки себе выпил, наверное, не надо, да? Чёрт, может разыграть вам что-нибудь сегодня еще? Блин, сын, ты должен за бюджет переживать за Папкина, а ты наоборот. Да, давайте сыграем, да. Давайте так, я сегодня не планировал розыгрыш, но мы попробуем разыграть что-нибудь до 500 баксов. Какой-нибудь подарочек, какую-нибудь эмоцию. Что там еще можно купить за эти бабки? Скин? Да. Кася. Да, давай уже пей. А какой? Ой-ой-ой. Ой-ой, да там много их. Ребят, меня тут втроем мочат, если что. Да подожди, я сейчас всрусь там, если я останусь. Минус один. Минус два. Минус третий. А где четвертый? Конечно, боты. Папа только с ботами может сражаться, правильно? Нуб. Да боты, не переживай. Блин, где ППХ? Видел, потерял. Еще одного надо добить. Он где-то здесь ползает. Вон, видите, да? Прячется. Гаденыш такой. Да, скинчик у него огонь. Прикольно. Блин, там такой сейчас классный скин есть в магазине предметов. Нет, этот, который с такой, с большой улыбкой. Блин, как же его зовут? Ребят, кто знает, как этот скинчик называется, который там... Какой? С большой улыбкой. С большой улыбкой? Чуть не пропадаю такого. Там еще кто-то... Нет, другая пати. А, вот. Нашего убили где-то. Вон он.
Да, вижу. Ну, я понимаю, бывает такое. Где? Ресу, да? А я не вижу вообще, где он. Ладно. Еще был один за стипуля. Выстрелы есть на западе. Вижу. Ребят, мне нужна короночка, если вдруг попадется вам. Okay. Хочу все-таки попробовать, несмотря на все преграды, добить. Так, север, северо-запад, ребят. Вон там двое. Сзади еще один. Ай-яй, у меня патронов. Хорошо. Совсем была беда. Да блин, у меня патронов нет, ребят, вообще. Только на ПП. На автомат нет. На дробаш 9, на ПП 20. Короче, жопа вообще какая-то. Что, сынок? Так, я не про эмоцию говорил. Вон там вот еще один. Вон, ребят, вон, двое. Слышите? Что? Двое здесь, ребят. Все, бегу. Блин, все. Да блин, не успел опять. Ничего не успеваю. Не поменялось, да? В ТикТоке так и не пошли у нас комментарии. Джава, как у тебя дела тут? Нашептали, что розыгрыш будет. Ты в больничку сходил, скажи мне, друг мой. Вон там вот. Вон он. Бил.
Да не пишет, потому что не могут писать, судя по всему. Ну где писали, если вон нет ни одного сообщения? Ну, есть после вот этих сообщений, есть еще какие-то, ты имеешь в виду? Почему я не вижу? Что это такое? Почему я не вижу? Блин, я хочу знать, что люди пишут. Хочу отвечать. А ну, организуй. Дядь, напиши, что... Напиши там, кстати, с Масиного телефона что-нибудь. Получится в чат, попадет оно. Ребят, мы чуть-чуть тоже так подрассыпались. Надо бы собраться нам. Идем более-менее. 19 киллов уже сделали. Красавцы вообще. Не появляется, да, ничего? Зачем ты кричишь? Можно узнать? Денис, пожалуйста, только то, что я просил тебя, хорошо? Договорились? Ребят, нам надо идти в зону, срочно. Давайте без всяких меток идем прямо по линии в зону. Вот в сторону хранилища можно идти. И по пути, если встречаем кого-то, устраняем. Потому что сейчас зона нас так покусает, что мы уже будем не рады потом ничему. Патронов нету, да? Блин, вот ты хочешь отлучиться, да, налево? Ну давай лучше в зоне потом встретим. Да, понимаю, идем в зону. Сначала до зоны добираемся, потом в обратную сторону их встречаем из безопасного места. Вон там. Как же? Метка. На противников. Сейчас сразу в зону. У меня хила особо нет, поэтому не могу помочь себе. Сейчас после этой карточки сделаю розыгрыш. Осторожно, он там этот чемодан поставил. Ребят, сейчас соберу ваши карточки и попробую вас резать. Классно застроился, да? Да вообще огонь просто. Блин, серьезно? Ну, по крайней мере, я учусь.
Ну, долго, да, да. Долго ли еще стрим? Я думаю, что мы еще одну карточку сыграем и все, и будем заканчивать. Вот сейчас после этой карточки сделаем, разыграю вам все-таки небольшой подарочек сегодня, хотя не планировал. Но хочу сделать приятно за то, что вы сегодня все такие классные у меня. Лут попробуйте, если надо, если можете. Щита нет вообще, ребят. Надо искать. Вы лут не пойдете пробовать брать? Ну, вот тут вот есть. Ну, тут тоже что-то есть. Ой, ребят, ну как так? Ну просил же, ну что вы делаете? Отключайте вы телефоны свои, когда вы заходите на стрим. Вы понимаете, что эта мелодия, вот эта одна секунда, она может испортить трансляцию. Ее могут, блин, заблокировать. Потом ждать, пока ее разблокируют, несколько дней. Точнее, трансляцию можно будет смотреть, только толку от нее не будет. Так, смотрите, что я нашел. Я это взял, ну ладно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я даже себе не подхилил. Кидай. Все отдал. Все своей семье, своим родным, своей команде. Мой слёрп! Урвал один слёрпик себе. Довольный теперь. Погнали. Так, что у нас тут за знак? Ребят, вот такие знаки нужно находить по заданию, по-моему, кошмары, да, там, знаки зомби. Их надо сносить, тогда тому, кто в пати сейчас не выполнит задание, капнет сейчас один знак. Всего там три надо снести. Остров, ты посмотри какой. Ух ты, тут мне тоже есть что взять. Так, погнали дальше. Надо вот в ту сторону. О, вон, есть, есть. Так. Ребят, давайте в машинку. Поехали дальше. Внизу, видите? Еще одного. Че? Максим, пожалуйста, тихо. А, все. Так, кто-то... Вон, на мотоцикле, видите? А. Еще вон тут, сюда. Вон он. 34, там белый. 29. Есть минус. Да. Ну, надо, если что, добить. А, да, где бы нанесал? Ребят, для,
объясняю правила попадания в пати. Для того, чтобы попасть в пати, нужно просто, когда закончится игра, присылать запросик на добавление. Для этого вы должны быть в друзьях, наверное, чтобы вам было проще это сделать. Вот, беру рандомно трех ребят в пати каждую игру. Кто присылает донат, кто присылает подарочки Джону, Снейку или Супермаксу. Есть эта информация в YouTube и на Твиче, там проще будет с ней ознакомиться. Те имеют возможность попасть в пати без очереди. Кто присылает подарок, скин или донат от 200 рублей, попадают за один стрим дважды в пати. О, вот это. Команда, я несу вам склёрпы. Походу уже не понадобится, да? Дёсь, пожалуйста, только то, что я просил. Я тебе третий, пятый, какой, восьмой раз я тебя это прошу сделать. Блин! О, третий, хорошо. Обидно очень. Могли коронку взять. Ну ладно. Ну да. Ничего, возьмем в следующий раз. Ну даже третий. Все, спасибо, ребят, за игру. Прямо сейчас можете присылать запросы, потому что есть задержка на трансляции, чтобы вы точно могли иметь возможность попасть. Так. Джава пришел только домой, да, с больнички. Ну, надеюсь, что назначили тебе там лекарство, чтобы ты выздоровел, другой. Ты мне нужен в команде. Элконавтор пишет эмоции с третьего сезона. Я не знаю, какая эмоция с какого сезона, у кого. Если у меня, то мне дарили много эмоций, может быть, в принципе, из третьего сезона. Привет, я только еще... Долго еще стрим. Сейчас вот, наверное, последнюю каточку сыграем. Ребят, есть у меня люди, которые еще могут попасть в катку без очереди. Уже проплаченные места. Дорог 99, Бан Паши Нитро, Кофе, Олег Позитив. Кто-нибудь из вас есть сейчас здесь на трансляции, друзья? Олеж заскочил, задонатил и убежал, видимо. Нету. Давайте минутку даю, и после минутки сразу беру, вот видите, минута пошла, сразу беру трей, да, в пати. Из 2РНТН, привет, здорово, у тебя очень сложный никнейм, я не знаю, как его прочитать правильно. It's Nico ответил на твой вопрос. TikTok, мои хорошие. Рад, что вы пришли, спасибо вам большое. У меня появилась своя карта, первая. Обязательно зайдите, посмотрите. На всех платформах есть видео, презентация. Ну как, презентация сложно назвать, просто рекламочка такая небольшая. Карты, поэтому заскочите на нее, поиграйте, там пофармитесь, постройтесь, поучитесь редактировать в частном или в открытом режиме, это не имеет значения. Вот. Но мне очень нужна ваша поддержка, чтобы эту карту, калибровку пройти. 10 секунд осталось, ребят. Да, подарил две разочки. Спасибо большое. Так, все, берем канапе тангент. Первый. Не было его сегодня? Смотри, проверяй, пожалуйста. Да что такое? Только твои уведомления идут. Он третий уже. Тоже он, этот Мидас есть новый. Агузок. Первый раз, по-моему. Назарион. Вот Назарион, по-моему, уже когда-то был, но я не очень хорошо помню. Агузок. Дай посмотрю быстренько. Пробегу сейчас. Ребят, нажимайте. Готово. Я вот такой сейчас. Блин, где оно? Пум-пум-пум-пум-пум. Во, смотри. Так. Это бесит. А ты не
Рубенчик еще, кстати, должен был сегодня вернуться поиграть. А, It's F2RTN, это Shark Shells. Чем ты так, Мазарион? Зачем? Назарион? Мазарион или Назарион? Назарион. Шаркштейл. Зачем ты так себе усложнил никнейм, друг? Верескопчик. Лейс. Okay. Сефтер. Красик. Пинкмен. Лизора. Да, вроде не было никого из вас, ребят. Сегодня. КНП Танген, по-моему, каждый стрим удается попасть в пати, если я не ошибаюсь. Ах, так и не поменял скинчик. Ха, интересненько. А кто у нас топ-донатер через Donation Alerts? Кто-нибудь успел заметить? Вот я вижу Олег Позитив, 5 с чем-то там был. Папирус 2.66. Java 2.61. Кто у нас там? Deserving Fallout 6.73. Тимофей Про 28. Ничего себе. Олег Позитивчик 5.79. Почти приблизился к Тимофею. Cortex 3.07. Да, получается у нас Тимофей сейчас про 28, это Deserving Fallout лидирует. Лидер по донатам через Donation Alerts. Круто. Тимоха. Поддерживает меня, брат мой. Между прочим, Тимофей у меня в команде. Помогает очень с проектом, помогает по административной части вместе с Джавой. Джава старший администратор. Не попал. Можешь уже, наверное, можешь идти. Не работает TikTok чат все равно. О, да. Расчехлился TikTok чат. Только что пришло три сообщения. Ну, не только что они, видимо, уже пришли, я не видел просто. Пришло три сообщения, значит, все починилось. Денис, пожалуйста, выполни то, что тебе говорит сейчас брат. Я тебе прям рекомендую. Ребят, у вас там уже мочилово какое-то идет, да, походу, жесткое? Его пытаюсь сейчас. Закрой дверь. Как ты так быстро взял оружие? А, он еще и с этим скином, блин. Как это называется? Кибер или как это называется? Мне нужен щит. А, стой. Да, у меня маленький есть. Стреляют по нам же, да? Что я испугался, что ли? Ресают, 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 бежим. Или это мы? А, это мы ресаем. Тьфу, блин. Ош, оленья, да, вообще? Все. Старикам нельзя больше трех каток играть, потом начинают тупить очень сильно. Что я про себя, не подумайте не то. Там боты. А куда эти чупакабры? Вон, вижу. Вон. Блин. Очков нет. Еее! В голову прилетело.
Да, было бы круто. Не спорю. Нафиг он мне нужен? Я знаю, что это такое. Вот, боевые трофеи. Но боевые трофеи пополняют запасы. То поинтереснее будет. Так, друзья, давайте немножко, наверное, собираться вместе и двигать куда-то в одном направлении с определенной целью. Там не видели нигде нормальный этот... Ужас, какая это ужасная... Какой ужасный автомат? Как им играете вообще? Во, да? Вот здесь какой-то там. Пупсик мой, ты можешь чуть тише, пожалуйста, себя вести? Прям зашумел так от души. Кого-то карта есть уже? Убили босса, да? Мне нужен автомат с прицелом, если что. Если вдруг увидите где-то. Ну, вот тут прям чумовый лут. Джекпот прям сорвали, ребят. Че, пойдем поищем кого-нибудь. Давайте тачку, может быть, найдем. Во, нашел тачку. О, какой автомат мне там подгоняют. Сейчас. Пойду. Где-то он отмечен был. А где он был отмечен, ребят? А, вон он. Спасибо. Агузок, ждем тебя. Ты АФК, что ли? О, супер. Блин, вот она неуправляемая вообще, эта тачка. Капец. Что там случилось? Дракол этот нашел. Пойдем антенку захватим, вышку. Так, что у нас тут еще есть? Аккаунт для телевизора, привет. Прикольное имя у тебя. Да, скорее всего, это кто-то из родителей создавал, да? Эй-эй-эй! Где, блин, они? Ай-яй-яй, нифига себе, липучкой. Походу, мне тут сменили полы. Спам его, спам. Ё-моё, кто? Где? Нормальные ребята заряжены. Ай-яй-яй, меня убили, короче. Я даже не видел, откуда он выпрыгнул. Хороший игрок.
строится круто, и передачится круто, и как видите, повнимательнее, чем я. Но я не претендую на звание лучшего, как почему-то некоторые думают. Писали мне там. Было дело. Так, всем привет, видите, Сэнджик присоединился к нашей трансляции. Подарок, который не подарил... вот что я забыл. Я забыл разыграть подарок, когда мы были в лобби. И никто не напомнил. Ребята, как это так? Чего это вы вдруг не напомнили мне? А то сейчас прям, прикиньте, сейчас быстренько раз и закончу трансляцию, при этом не разыграв подарок. Ну что это будет за безобразие вообще? Буду тоже балаболом, только на другую букву начинается. О, они там киберы, да, все? Против нас сражаются. Что они делают только в этой катке, не понимаю. А, нет, это просто скин был. Такой. Слушай, может мне тоже надо такой скин приобрести, чтобы меня все боялись? Итак, подарки, которые не подарил на прошлом стриме, нет, я готов прямо сейчас подарить. Стоп. Судя по всему, у нас появился тот, кто выиграл на прошлом стриме подарок за 1500 V-баксов. Это у нас Глеб 110. И Глеб 2008. Что-то там, короче, еще в конце. Это его никнейм в игре. А Глеб 110 это его никнейм в Дискорде. Он выиграл подарок на 1500 V-баксов. Глеб, если ты тут, дай знать. На прошлом стриме он играл, он выиграл. И он выиграл, приз в субботу был прошлый стрим. Он выиграл подарок на 1500. Просто он был, можно я скажу, он первый день был со мной в друзьях, поэтому я не смог ему отправить. Вот в чем дело. Сейчас уже, по идее, должен смочь. В воскресенье, понедельник, вторник. Да, по идее, вообще сегодня должен отправиться. Так, давайте. Спасибо, ребят, за игру. Не получилось у нас короночку взять, но не беда. Это просто игра. Не покидается группа. Так, давайте, друзья, чтобы не было за мной славы балабола, быстренько сейчас организуем. Организуем сейчас здесь быстренько розыгрыш. Так, колесо, вот колесо. Максим, выйди из комнаты. Пожалуйста, быстренько. Вы оба выйдите из комнаты. Оба, выйдите, пожалуйста, из комнаты. Не волнует. Так, друзья, смотрим. Вот у нас сайт с колесом. Сейчас я переключусь на игру. Мы с вами в магазине предметов. Посмотрим, что у нас есть. Ну, давайте, смотрим. Планирую сегодня так, как не планировал. Вообще розыгрыш до 500, но вижу, что здесь еще есть и скинчики за 800. Давайте тогда до 800 V-баксов я сегодня разыграю подарок. Крутанем рулетку сейчас. В нее вот сейчас внесем. Где она у нас тут? Вот она, рулеточка. А что там она открыта? Куча всего. В рулеточку внесем сейчас 200. Это у нас самая минимальная цена, насколько я помню. 300, 400, 500, 600, по-моему. Сейчас перепроверим. И 800. Надо посмотреть, все ли эти цифры есть у нас в магазине предметов. 200, 300, 500 вижу. 400 вижу, 800 ясно. То есть осталось 600 найти. Есть ли 600, да? Вот, 600 тоже есть. Короче, все, разыгрываем. Крутим рулетку тогда. Вот, 200, 300, 400, 500, 600, 800. Давайте узнаем, что мы будем разыгрывать. Как вам такой сюрприз? Будем... За 300 будем разыгрывать подарок. Так, а 300 там вообще было в магазине, кстати, да? Да, 300, вот есть победный трофей. Есть у нас вот такая штука, драконий радар. Что еще есть? Давайте быстренько пробежимся. Вот такие обертки есть. Сено. Вот такое вот, вот такая оберточка есть. И, собственно... Вот еще. А, на плаву эмоции есть еще прикольная. Вот такая вот. И есть музычка. В общем, это еще не все.
Можно за 200 тоже брать, если за 300 не нравится. Короче, все, разыгрываем 300. Погнали теперь в Discord. Блин, сейчас он у меня закрыт. Discord. Вот сюда, сейчас я его, хоп. Так, Discord, заходите на мой канал, и здесь есть вкладочка «Розыгрыш». Java, сделай, пожалуйста, розыгрыш на 300, если ты здесь. Сейчас я его наберу на всякий случай, потому что он может быть не здесь. Он болеет. Ребят, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно быть вот здесь вот в Discord-канале моем. Обязательно переходите по ссылочке, которая есть в шапках профилей и на Твиче, и в ТикТоке, и на Ютубе. Получайте роль. А, вот есть, все. Запустился розыгрыш. Через 10 минут будет подведен итог. Давайте нажимаем вот сюда вот внизу под розыгрышем. Сейчас камеру, наверное, подвину. Блин, а у вас... Не понял, почему вы видите только этот, если я уже включил это. У меня захват. Вот захват экрана, короче. Вы не видите все это дело. Я баран. Короче, смотрите. Вот здесь вот розыгрыш запустился, видите? Нажимаете внизу вот сюда на колпачок. Если у вас ничего не появилось, нажмите еще раз. Должна появиться вот такая табличка с красной надписью «Leave giveaway». На нее не нажимайте, иначе вы выйдете из розыгрыша. Вот. Если вот такая надпись появилась, такая табличка, значит, вы принимаете участие в розыгрыше. Уже 7 человек принимают участие в розыгрыше. Вот. Пока все будут регистрироваться, я сейчас перейду в игру и выдам подарок нашему победителю, если он здесь появился в чатике. Так, Глеб, я тут, но ты можешь подарить в четверг либо в субботу. А, могу ли я подарить? Могу подарить и в четверг, и в субботу, Глеб. Когда тебе удобно? Ты не хочешь ничего из этого магазина или что? Я правильно тебя понимаю? А, давайте, чтобы вы видели, что реально я общаюсь не сам с собой и не выдумываю ничего. Вот пишет Глеб, который выиграл в прошлый раз. Подарки, которые не подарил на прошлом стриме, подаришь в субботу. И тут вот он пишет, я тут, но ты можешь подарить в четверг, либо в субботу. Вопросик. То есть он спрашивает меня. Могу. Скажи, ты хочешь, чтобы я тебе сегодня подарил или в другой день? Да, хочу Майкла Майерса. А он есть сейчас здесь? Просто не знаю, кто это. Вот это что ли? Нет, это какой-то охотник. А, это Кид Лерой. Майкл Майерс, Майкл Майерс. Java, не понял, что значит включи все сообщения. Что тебе не видно? Уточни, пожалуйста. Так, хочет он Майкла Майерса. Майкл Майерс, кто это такой? Давайте, я нуб, я же играю только 3 месяца в игру. Это не Майкл Майерс, это тоже. И это. И это. Костлявая космика. Боже мой. Какой ужас. Медас, банан, сплит. Деревня проклятия. Сена. Что там у нас еще? Где Майкл Майерс? А, подожди, по-моему, я знаю, о ком идет речь. О, мне Джек Скеллингтон нравится вообще. Такой прикольный. А еще малые говорили какой-то есть. Сейчас позову их. Спрошу, что они еще говорили какой-то есть. Меняет образы какой-то есть, говорит. Блин, не вижу Майкла Майерса. А, он выйдет завтра, пишет. Ну, поэтому я его не вижу. Окей, Глеб, тогда давай в четверг я тебе на стриме подарю Майкла Майерса, если он, конечно, будет.
Ага. То есть ты, Джао, хочешь сказать, что все это время у меня были только интересные сообщения, причем интересно не для меня, а те, которые кажутся интересными YouTube, да? Прикольно. А вот теперь у меня весь чат. Так. Окей, все, понял. Ярослав. Ярослав, ты не хочешь у меня рубрику вести обновление вообще новостную, создавать контент для этой рубрики, а? Я смотрю, ты шаришь. Я набираю в команду. Мне реально нужны люди, которые будут развивать проект, расширять контент. Все, Глеб, с тобой договорились, значит, будет у нас с тобой в четверг или в субботу, когда ты там придешь, тогда я тебе выдам твой подарок. Так, заходим обратно в Discord, проверяем уже. Почему только 10 этих участников розыгрыша, друзья? Как так? Вас, мне кажется, намного больше на трансляции. А, или все разбежались, потому что я сказал, что последняя каточка, и все решили уйти, и теперь разыгрывать. Но зато шансов будет больше, чем могу сказать. 10% сейчас шанс выиграть. Но... Осталось 5 минут до конца розыгрыша. Я понимаю, что вы хотите. Вы же смотрите стрим, вы тоже можете участвовать. А, Тём, какой ты говорил, меняет там кучу разных образов, скин какой-то. Хочу посмотреть, что за зомби. Какой зомби? Где он находится? А, вот этот? Этот или верхний, какой угодно. Да ну нет. Не, зайди. Да ну пофиг, нет. Тут можно вот это все. Нажимаешь тут дофига, нажимаешь тут дофига. Я понял, мне не нравится скин. Зачем? В смысле? Мне вот этот нравится. Да, у Скажи, меня вот прикольный такой. У этот. него улыбка такая классная вообще. Может, твой? Такой милый. Бананчик И сено сейчас в магазине, прикинь. До сих пор. Тоже прикольно, тоже нравится. Подними, Сейчас, какой где? тебе еще нравится? Сейчас покажу. Если он еще есть. Вот он. Да, мне тоже очень нравится. Такое еще. Да вообще весь набор огонь. Посмотри. Супер-пупер. Смотри. Зонтик. Это эмоция. Боже, он кайфовый. Он прям... Круто. Не, это, по-моему, самый прикольный сейчас в магазине. Он и сено. Что? Тихо. 3 минутки осталось до конца розыгрыша. Да, я вот сейчас зашел у тебя в Discord. Тоже нажал участвовать. Пока нет. Все. Ребенка счастье просто капец. Так. Что-то я не понял, где мой чатик. 300. По-моему, я закрыл чат. Случайно. Все, колесо удачи нам больше не надо, потому что мы уже с вами крутанули его. Все, думаю, успели увидеть, что мы разыгрываем. Что, друзья, 17 человек на трансляции, всего 15 заявочек на участие в розыгрыше. Друзья, если вы и плюс еще есть в ТикТоке, плюс еще есть на Твиче, просто зайдите в Discord по ссылке в описании профиля или в описании к трансляции, нажмите на ссылочку Discord и добавьтесь там в розыгрыше, вкладочка розыгрыш, нажмите вот такую кнопочку, чтобы тоже стать одним из участников, одним из счастливчиков. Java 2600, по-моему, стоит V-баксов этот набор, который я показывал. Вот, 2600. Офигенский, конечно, набор просто. Розыгрыш через минуту закончится, 58-57 секунд. Давайте быстренько, ребят, нажимайте, кто еще не успел, чтобы потом не было вам обидно. Вот, чатик открыл заново.
Что он у меня закрылся каким-то образом. Ярослав Ляпустин пишет 12 лет. Ты что, Ярик, это вообще не имеет значения. У нас в команде есть и младше тебя ребята, которые делают классно свою работу. Для меня возраст не имеет значения. Если ты круто понимаешь и разбираешься, то вперед, пожалуйста. Я не отсеиваю по возрасту, по национальности, там, по каким-то половым признакам, мальчик, девочка. Для меня не имеет значения. Главное, чтобы классный был человек и могли делать круто свою работу. Одна секунда и, внимание, выиграл Вася Пупкин. Вася Пупкин, тебе повезло. Ты выиграл подарок на 300 V-баксов. Глеб, новости в плане, что я хочу на канале YouTube, TikTok расширить немножко видеоконтент. То есть хочу какие-то делать обзоры еще, там, когда обновления выходят, какие-то делать видосики, когда скины какие-то появляются там, в магазине предметов. То есть ну, просто какой-то дополнительный контент, кроме фарма опыта. Мне нужны для этого помощники, которые смогут мне помогать с этим. Потому что у меня еще есть несколько направлений, которые я хочу развивать. Для этого мне нужно свободное время. Вот. Вася Пупкин, где ты? Объявись. А, это Виктор Сенджик, это и есть Вася Пупкин, да? Вася Пупкин, напиши мне, пожалуйста, в общем, в общении вот здесь в чатике. Давай. Вася, вот. Я, вы... Вася, напиши, какой у тебя никнейм в игре. Блин, не отметил Васю Пупкина. Сейчас не, может не поймет, что я ему пишу. Вася. А, слон 4 лайф. Я просто сейчас смотрю Fortnite, дорогие блогеров, иногда фильмы, так что вот. Супер, Кен, давай мы с тобой спишемся в личных сообщениях, и ты мне скажешь, что ты можешь. Так, Вася, давай, слон 4 лайф, погнали в игру, мы уже давно в друзьях, насколько я помню. Так, магазин предметов. Выбирай подарок за 300 V-баксов, который ты хочешь. Напиши мне, пожалуйста, этот подарок в Дискорде, чтобы я видел. Вот так. А, блин, вот я тормоз, я же его отметил. О, все, усталость головного мозга. FFT Дилли, сэр. Давайте все на мою карту сейчас зарубимся там всей толпой, кто сейчас есть. Заскочим и будем там фармиться. Давайте пока прям вот я сделаю так, смотрите. А, не, я не смогу тогда подарок отправить. Вась, ну напиши, какой подарок, ну ей-богу, ну что такое? Блин, Сандлерс, ты заколебал. То ты Кен, ты кто-то еще. Ты можешь нормально как-то определиться с никнеймом, чтобы все везде понимали, кто и где? Мне очень неудобно, что ты еще и в команде, еще и меняешь постоянно свой никнейм, друг мой. На плаву. Все, Вася Пупкин выбрал подарок. Это эмоция на плаву. Хочешь меня поцеловать? Маську хочешь забрать, а он, видишь, ко мне приклеился. Все, не хочет ходить. Блин, что он не листается? Алло. Алло. Эмоция на плаву. Была вроде в самом низу, если не ошибаюсь. Эй. Да что ты будешь делать? Нет, все, последнее. Наверное, это ежедневно было. Нет, не ежедневно. Господи, где это дурацкое? Пап, это? На плаву эмоция. Это? Вообще,
магазине потерялся, блин, в трех страницах. Вот оно, наконец-то. На плаву. Подарить другу. Слон 4... Видишь, да, все никнеймы он написал в Дискорде? Слон... Да, блин. Вот он, Лёша. Слон 4 Life. Еще раз. Смотрим. Вася Пупкин. Это я. Слон 4 Life. Просит эмоцию на плаву. Пап. А, обертку там какая уже будет, слончик. Все, подарок отправлен, Лёш, лови. Поздравляю с выигрышем. Давайте, друзья, заскочим вот на такую карту. Big Build Fight, это моя карта. Я захожу в открытом режиме. Все можете ко мне присоединяться. Можете просто заходить по коду, который видите сейчас на экране трансляции на Твиче и на YouTube. Те, кто не видят, я сейчас попробую в ТикТоке как-то попробую вам показать. Блин, а как это сделать? Писать здесь не могу. А, может добавить еще что-то? Мась, пожалуйста, аккуратно, ты меня дергаешь, я не могу так. Зачем ты это делаешь, скажи, пожалуйста? Чтобы мне было катастрофически неудобно? А что? Что там? Тебя мама зовет, а ты морозишься. Текст. О, есть, тут можно добавить текст. Прикольно, сейчас я напишу тоже. Что ты скулишь? Ты хочешь что-то выиграть? Ты выиграл в прошлый раз. Ты чего? Нет. Это нечестно так? Нет, я хочу, чтобы... Я мог уже в Fortnite поиграть. Я не могу, потому что у меня мигает джойстик. А, так возьми другой. Так нет его. Тихо, не кричи. Его нет, пап. Смотрите, ребята, я в ТикТоке сейчас тоже смогу сделать так, чтобы вы видели. Добавить источник. Вот он появился. Ух, ё-моё, какой он большой. Сейчас, надо уменьшить. Вот. Кто смотрит сейчас горизонтально трансляцию, вы уже видите. Здесь сейчас на этом вертикальной раскладочке тоже сейчас добавлю. Как-то вот так. Вот так. И вот так вот. Все. Сделал для формата еще для телефонного. Чтобы было... Да ну, пожалуйста, не толкай. Я не могу, блин, попасть, чтобы зацепить эту. Максим, ты чего? Гигантский вообще просто. Почему там размер не меняется? Ну, я разберусь потом, может быть. Сейчас это, конечно, очень много времени занимает. Ужас. Все, ребят, давайте сейчас на этой карте пофармимся немножко. Я сейчас отвлекусь поужинать с семьей и потом вернусь еще, постараюсь провести с вами время. А вы пока там строитесь, файтитесь прям от души. Не знаю, пока не видел. Я же вон, видишь, что делаю? Господи, какое оно маленькое все. Не знаю, в ТикТоке там видно, ребят, скажите? Или, может быть, тут надо было сделать не так? А вот так. Сейчас. А вот так. Чик. И тогда вот так. Шик. Во, наверное, так видно, да, друзья? Посмотрите, пожалуйста. Все чики-пики там. Сейчас проверю тоже у себя. Так, неинтересно, неинтересно, интересно. Ну, где ты? Я же ищу тебя. Ну, ёшкин кот.
технологии. Во, супер, видно, вообще шикардосно видно. Все, жду всех ребят с ТикТока, с Ютуба, с Твича, всех жду с большим удовольствием. Проведу с вами время, сейчас только мне бы поесть, конечно. Вот. Совсем мало пока людей пришло. Давайте сейчас вот добавлю в друзья, тех, кто прислал запросики. И давайте ознакомлю вас немножко с картой. Смотрите, здесь можно взять любое оружие, которое вам нравится. Здесь можно взять все, что вам нравится в этих автоматах. Вот мне нужны, например, вот такие импульсные бомбы. Тут попрыгушки чуть-чуть, видите, увеличенные. Нестандартные, чуть-чуть повыше прыгаешь. Так, потом мне нужно здесь взять... Что мне здесь надо взять? Я уже забыл. А, здесь ничего не надо взять. Пойду возьму ППХ-ху. Какую-нибудь. Где? Вот, боевую. Боевую ППХ-ху возьму. И... Мавозенка. Мавозенка. Вот здесь мавозенка. И снять, но вообще редкостно. Берем. Все, ну там дальше разберемся уже, что куда. Прыгаем. Сразу устраиваем заподлянку. Вот так вот делаем. Чик, reset build. Чтобы видеть, кто где. Минус один. Что за раз? Убил меня. Вот, короче, вот так вот можно строиться, можно сбрасывать постройки, можно файтиться. Давайте я пойду быстренько понямкаю, а то я чуть-чуть же проголодался. А вы все собираетесь здесь, давайте поиграем. Окей. А скоро эта карта пройдет калибровку, и тут будут секретные кнопочки на опыт. Давайте сделаем это быстрее, чтобы, когда начнется новый сезон, я смог вам помочь быстрее апнуться. Вот. И не забудьте, друзья, ввести мой код автора. Мой код автора GUP. Во всех видео стараюсь его вставлять, чтобы вы знали. Вот. И использовали. Все. На этом, я думаю, что саму трансляцию можно заканчивать. Мы с вами продолжим общение и взаимодействие здесь уже в онлайне. Всем огромное спасибо, что пришли. Просто гигантское, ребят. Я очень рад вам всем. Спасибо за подарочки, за донаты, за то, что были, задавали вопросики, отвечали на них. Просто супер. Еще вон Петр пишет, я хочу выиграть скин, что мне нужно сделать? Петр, я такого рода розыгрыши в субботу обычно делаю. Просто приходить на стримы. Вот сегодня не планировал розыгрыш, видишь, разыграл до 800 V-баксов, выпало на 300 V-баксов. Так уж вышло. Разыграл сегодня подарочек. Вот я люблю делать неожиданные сюрпризы. Все, мои хорошие. С вами прощаюсь. До следующего... до завтра, наверное. Завтра увидимся в видео по фарму опыта. А следующий стрим будет послезавтра, в четверг. Пока.